Удачного стрима. Всем привет, ребята. Здравствуйте. Это у нас Кукушкин. Все вместе с нами. До этого еще This is Mev. Mev, два вместе с нами. Здравствуйте, ребята. Приветствую вас. Да, я сегодня решила немножко принарядиться. Так, мне кажется, меня плоховато слышно. Так, пам-пам-пам-пара-па-пам-па-пам. Я немножко прикручу.
Это просто второй микрофон. Я его редко использую, только как раз для стримов из другой локации внутри квартиры. Нормально ли вам меня слышно, ребята? По-моему, музыка у нас громковата на фоне. Он позвонил. Чат, хотите, я попробую вам через Discord показать? Хотя это, наверное, бредовая затея. Через Discord показать, как заходит. Может быть, ему придется постоять перед дверью, пока я буду это включать. Так. Он реально, наверное, будет стоять перед дверью. Дискорд. Как мне это сделать? А, блин, наверное, я не смогу. Потому что я же под собой не могу два раза быть в Дискорде. Да, я либо тут, либо там, так что я не смогу, чат. Ой, он уже звонит в дверь. Он уже звонит в дверь. Сейчас. Сейчас приду. Что у Димана может парус подняться. Что? Подня... Парус? Парус? А ты что, на яхте приплыл? Блин, а я очки не взял, надо было очки взять. А что ты не видишь? Не, чат, но я уже вижу. А что ты так повернула его? А я зачем наряжалась и красила? Чтобы двоим было видно. А так тебе видно будет, нет? А его можно ближе поставить? Ты пришел почитать... Не, ну я просто на всякий случай. А давай я хочу тебя покрупнее. Вдруг будут моменты, сделаю. Когда я не знаю, что сказать. Дима, если что, тебя не видно за монитором. Ты так повернулся. Ты специально повернулся. А что, все норм вроде? Да нормально же было. Так мы можем левее подвинуться. Да, мы и подвинемся сейчас левее. Под эту музыку вообще стриптиз должна танцевать обычно. Ну так вот, танцуй. Ну, мне нечего снимать. А у тебя что-то есть под ним? Тело и мышцы. Железные, стальные. Так мы же собирались в карты на раздевание играть. Я забыл о Ралисе взять, или ты про другие? А может... А, так подожди, а тебя камера крутится? Может просто я чуть-чуть сейчас, ну, если ее поверну. Ребят, как бы я не знаю, кто здесь выставлял ракурс, но делается это не так. Как ты хочешь выставить? Делается это вот так. Дима! Да Дима! Вот, оставь, Дим, вот, ты, вот. Дима, мы за всем столом будем сидеть, а не за этим. Чё, так это вообще идеальный ракурс. Ты, в смысле, у нас ужин,
свечах, они не жали. Да в смысле? Дива! Вы же знаете этот ракурс, все пацаны. Это найс тема. Дива, это что? Это что, кастинг? Да. А так, ну давай. Все, плетка? Тогда давай возвращать лучше. Это нормальный ракурс. Рабочий, так сказать. А давай типа я буду, ну как-то это, знаешь, как будто ты пришла, будет камера на диване, и как будто ты пришла. Но ведь... Ну и я типа говорю, садитесь, и я говорю, садитесь. И буду расспрашивать тебя всякие вопросы, типа, что тебе нравится там. Жестко, мягко. Ну, вот слушай, ну диван с менее жесткости, я бы сказала. Окей. Ребят, фул в телеге будет. Фул будет в телеге. А что, у тебя какой-то... Это наложено что-то, да, на АБС-ку? Ну, я просто очень темный. Так, потому я что прям... мы сидим в приглушенном свете. Да? Садись, я двигайся прям, ко мне. Я прям коричневый какой-то получаюсь. Ну, ты загорелый. Блин, да все. У меня тут гирлянда. Так, подожди, ты хочешь на диване? Мы можем сидеть на диване, но давай все-таки начнем за столом. Я хочу, чтобы ты погадала. Любит, не любит. Так сразу? Сразу. Чтобы может, сразу понимать, может быть, ну его нахрен, может быть, надо сворачивать. Чисто, ничего не трогал. Я передумала. Что, я ничего не трогал? А где у тебя мыть руки можно? Да, вот в ванной комнате. А полотенце есть? Да. Маленькое. Халат? Ну, вообще есть. Есть махровый. Нет, это туалет. А этот? Это ванна, да. Малиновый — это туалет. Вот этот? Чат. Чат. Мы сегодня. Я теряюсь. Да в смысле. Рейнбоу, я не знаю, ты, может быть, и трахаешь Ликса, но у меня такого плана нет. И там, кстати, да, донаты пришли. 1, 2, 3 прислал донат, трахнем Ликса. Не боишься, что у Димана может пару спотниться. А, да, это было это. Клитор дорог. Клитор таракана? Что это за ник? Это твой зритель? Клитор таракана? Нет, это не мой. А что хочет? Он про пару с тобой спрашивал. Ну, тем не менее, спасибо. Ребят, матч-то крепкая, как говорится. И какая же порнушка так начинается? Никакая так начинается. Фейк-отель. Фейк-отель. Кастинг Пьера Вудмана. А цветы, может быть, нужно в вазу поставить? Ничего страшного. Если эти завянут, я еще одни куплю. Они подпитываются твоей любовью? Да. Не проблема. Цветы не проблема. Как Диман оделся, секс сегодня будет только у Дины. В смысле, а как я оделся? Я думал рубашку одеть, но мне бы было очень некомфортно в рубашке, если честно. Я просто в последнее время качаюсь и прям, ну, мышцы... На качелях? Да, мышцы в боксе. А я вот платьице расчехлила. Отлично, отлично. Расчехлила? Угу. Ну, я, может, что расчехлю. Попозже. Чайку, может быть, Дим? Да, можно было бы, кстати, с эклерами как раз, которые я купил. Эклеры, правда? Буше, ребят! Отличные эклеры по доступной цене. Дим, тебе не кажется, что жарко становится? Может быть, приоткрыть окошко? Можно, какое. У тебя кальян есть? Да. Может, кальяшку? Да ну, на стриме прям, да не. А чего? А чего? Не, не хочешь? Чё-то кальян можно, да, ну, чуть-чуть. Не очень. Тут вообще все фигачат кальян на стриме. Ну, чуть-чуть. Я, ну, мне кажется, прикольно. Гоу все пишут. Кальян — это такая тема. Ну, как бы, ребят, естественно, никому не рекомендую курить, но... Ну, если хочешь, можешь пососать кальян. Ну, я хотел бы его покурить. В смысле, можешь. У тебя, кстати, довольно уютно, Дина. У тебя проектор? Ну, да. А ты что, мои сторисы смотришь, видимо? Подожди, у тебя нормально тут прям? А как ты так замутила? В смысле, ну вот он под потолком, и здесь экран пускается. Охренеть. Чат вам показать? Давай, конечно, показать! Посмотри. Да я, да я. Я знаю, какие ракурсы снимать, я много фильмов таких смотрю. Смотрите, пацаны. Охренеть? Проект уже, да? А чё? Почему он красный? В смысле, он не красный? Посмотри на камере. Там красный, нет? Нет. Ну, это тут цветами отдаёт какими-то.
Это фокус. Красный — это то, что у тебя сейчас фокус. Гарден баланс. Ну так я же в том году ремонт делала. Блин, я бы хотел такой фильм снять, прям ракурс. Такой ракурс прям вообще, ребят, сразу... Ты можешь лечь. Сразу напоминает о чем-то. Нет, это... Бля. Нет, доложаться, типа, тут такой ракурс... Тут не должно никого ложиться. Ты знаешь как? Тут должно быть, типа... Я вот ракурс, и кто-то заходит. То есть, ну ты, например, заходишь. Сумочка такая. Да, с цветами, да. Не, ты вот оттуда выходишь. Вот оттуда. Да, заходи. И садись на кровать. Как тебя зовут? Знаешь что, Дима? Сейчас этим букетом оператором отключу. Я думал, это РП. Что ты букет сломали? Чтобы не нос. Я бы постримил, но такое на Твиче запущено. А может тебе шкуру, чтобы помягче было? Какую шкуру? Вот я не могу тебе постелить шкуру. Да мне нормально. У меня... Да, это же от геморроя полезно. А тебя опять не... Как ты поворачиваешь? А что? Вот так вот чисто монитор с волосами. Монитор с челкой. О. Дмитрий Вудман. Так я, кстати, я хотел бы... Это же я оторвал. Это я, чтобы тебе погадала, любит, не любит. Девушку с родными погадай. Губами, не знаю. Меня да, сейчас. Не поймут, но что может быть... Вы такие милые, мне нравятся кружки на заднем плане. Очень круто, Дина. Что за кружки на заднем плане? Кружки, Дим. А, кружки. Такой, о, я не понимаю, что за кружки. Что за кружки? Ребят, ставьте, когда донатите, пожалуйста, ударение, потому что не всегда понятен донат. Мне понятен, Дима. Гоу, кальян. Так реально, Дин, давай кальяшку, чего? А я не умею. Ты серьезно не умеешь? Нет, я умею, но я фигово делаю. Просто если ты умеешь забивать, нормально. Мне нравятся кружки на заднем плане. Супер, я. Ну ладно, потом посмотрим. Может, сам забьется, все, знаешь, бывает. Я ору. Да я по привычке, пацаны, все. Да, ты очень громко разговариваешь. Тебе чай? Я могу быть тише. Мне кофе. Нет, давай чаек. У тебя есть расслабляющий, чтобы... Расслабительное? Расслабляющий. Да, у меня есть специальный расслабляющий. Есть? Давай. Да я все вижу, Дина, вообще-то я смотрю в экран. А, микро, чтобы звук ровно шел. Какую хочешь кружку? Что? Ну, побольше, конечно. Побольше? Да. А цвет красную, черную, синюю, розовую? Давай немножко дерзости розовую сегодня. Нифига себе, ты дерзила. Сделай кальян по-братски. Да я плохо кальян забиваю. Но я то есть не знаю, как. Кто умеет забивать, это десаут. Десаут умеет забивать кальян. Хочешь его к нам подать? Ну, тогда точно придется на кушетку камеру направлять. И фруктоску. Сейчас такой фильм снимем. Забей, ребят, в телеге фул будет, просто фул. Я посмотрел этот фильм. Ты хочешь с имбирем и лимоном расслабиться? Да, имбирь для потенции, я слышал, полезен. А лимон, он снимает этот, как тебе, комплексы. То есть ты будешь потенциальным... Я буду незакомплексованным... Патентом. Да. Можно. Что ты нам пишешь? Приятно встретить на Твиче девушку с родными. Дима, цветы не забыл. Молодец. Согласен, букет, ребята, урвал буквально последний. Диночка, привет. Ник, здорово. Вы классные. Спасибо большое. Спасибо. А родные губы? Дин, а у тебя у кого родные губы? Ну, у меня, видимо. Ну, что значит родные? У меня есть что задержка, Дим, ты вот... Нажимай показать, если... Все, серьезно? Задержка стоит? Да, у меня задержка. А как ты так сделала? Ну, пару дней как-то. Прикольно. Задержка пару дней. Мне бы так пару дней, чтобы... Да. Роман... Дима, цветы не Роман, Рой, спасибо. Спасибо, красава, Роман. Все, спасибо. Я это делаю. Займись пока чатом, пожалуйста. Я чатом, а что я с ним? Пацаны мне сказали вами заняться, а что я с вами могу сделать? Давайте, ребят, как это, скрестим пальцы, что я могу... Я не знаю. Единственное, что вы можете сделать, это Диночка, такая привет. Мышка шершавая. Ликс, здорово. Вы классные. X7. У меня такая раньше была игровая. Хесусан с плюс X с чатом получается. Если хочешь, мы можем попробовать кальян. Ну вообще, я тебе ужин уже обещала. Да кальяшка под ужин вообще, ну просто, если у тебя есть табак, есть угли. Да, у меня есть. Да ну давай, почему нет, кальян, я давно не курил его, честно скажу, поэтому я не против чутка расслабиться. У меня к тому же бои были, вчера за тебя дрался, насколько
так я заглядывала, у меня сердце заболело, я смотрю твой пульс. 170. Мне кажется, если сейчас бы я взял тоже пульсометр, возможно, было бы чуть-чуть меньше. Что за музыка на донате? Хочешь, я свой пульсометр на тебя надену? А зачем? Ну, если ты говоришь... Ну, неудобно сидеть будет. Ну вот. Все заваривается. А что это за две бутылочки пепси? Это нам. Это, а вискарик будет? Нет, я думала просто пепси. О, просто? Ну да. Они все в таком, знаешь, стиле. Я думала, тебе как раз понравится, девочка. Я тебя выбирала пепси-кола. А, это с Советского Союза бутылки остались? Я. Они вообще срок годности. По наследству передали. Пацаны, когда вы видели последний раз такую бутылку? Я не настолько старый, или... Я думала, тебе понравится. Типа, это должно было меня воспоминания откинуть, да? И напомнить о том, что мне уже много лет. Чат, помогите. Рики Дипаш, привет. Паша, здорово! Паш, пару советов, так сказать, от мудрого, опытного мужчины. Давай, Паш, не стесняйся, я закрыла уши, я не слушаю. Давай, я не слышу. Паш, ты же не слышишь. Я не слышу. Это проверка была. Я не слышу, честно. Паш, что-нибудь, какой-нибудь совет просто, буквально. Не ори. Да я не знаю, я привык, что у меня в Люете, я всегда кричал на него. У нас изначально не сложились с ним отношения. Дина не кричит, и так минус уши получаются. А ты злого поздравляла с ДР, кстати? Угу. Блин, опять попался. Опять, ну... Паша, давай я тебя буду прикручивать. Паша как раздеть Ликса, говорит. А Паша, так это легко. Это... Я на нем уже рубашку. Паша пишет либо очень длинный совет, либо просто решил, что ну, оставить, знаешь, на импровизацию. Как раз 16 ноября будет стрим по импровизации. Вот, как, так сказать, тренируйся. Вот, это, видимо, скопировали его совет. Не задирай слишком высоко планку. Сделайте меня собой. Модератором, плиз. А, у него это... Давай. Тыкни мне. Сейчас. Все ясно. Оп. Сделай его модератором, и он сейчас сможет написать. Там у него 30 секунд, наверное, да, стоит? А я не знаю, какой слоумод? Не ставьте сильно большой слоумод, 5 секунд. Ой, я чуть не загорелась об свечку. Вот, кстати, сейчас бы была такая хорошая импровизация. Я даже не знаю, что делать, но, скорее всего, я бы сначала чай допил. Ха! И только потом начал меня тушить. Но спасибо, что не начал меня тушить кипятковым чаем. Все, Паша, теперь. А слоумода нет. И я бы такой, знаешь, это тот момент, когда я сказал, Дина, не гори. Хорош. Да, хорошо. Да, неплохо. Но я почитал весь чат. Какая ответственность. Все, да, Паш, теперь на тебе ответственность. Так, а это чай? Это твой чай, пожалуйста, да. А ты что, не будешь чай? Я сейчас не хочу, я пока воду пью. Если честно, я так волновалась перед твоим приходом, правда. Без шуток. Что, уже почти всю воду выпил? Угу. Это какой уже стакан? Третий, сейчас буду писать. Нет, пока не буду. Подожди, от радости? Если от воды. От воды. А кто? А было у кого-нибудь такое, что вы от смеха писались? Вот было такое у кого-нибудь? Есть же фраза «писаться от смеха». Я сейчас описываюсь, типа. Ну, прям чтобы описаться, мне кажется, такое вряд ли случается, нет? Ну, я не знаю, у меня было вот прям вот, когда ты ходишь в туалет, и ты жестко смеешься, такой момент есть. То есть его можно поймать. Но это нужно пипец как заржать. Жалко, что Паша не посоветовал тебе не спрашивать при ужине, при свечах по поводу того, писалась ли барышня от смеха. Дим, ты такой секс, я бы тебя отсосал. О, эклеры. О, смотрите, вот, получается, какие. С Димой поменялись эклерами. Я к нему приезжала, когда первый раз. А сколько у тебя было эклеров? Не помню, может, 5? А я 4 взял. Ну, в следующий раз 3 будет. Просто 5-й не поместился. Ну да, они толстенькие. Ну, да, конечно. Это не такие спички, которые ты тогда принесла. Это серьезные эклеры. Ну, знаешь ли, спички тоже хороши были. Вот видишь, ты берешь количество, а я беру толщиной. Я не знаю, как трактовать это. Давай, Клер. Кушай, да. А ты-то не будешь? Я не хочу. Не хочешь? Чуть-чуть попозже. Дина, ну, у тебя не, очень не, красивая не думаешь, квартира, что там что-то в них особенно насыпано, кухня. Как? Нет, все. Муслиновые эклеры? Я и подумать не могла. А вот чай, кстати, нормально? А давай я тебе тарелку дам. Давай. Может, чай сам? Колыхелиновые эклеры. Ничего себе, хороший бизнес получается. Может, тебе растянуть тарелку, чтобы я разбил? Да давай уж совсем Советский Союз. Да ладно. А есть граненый стакан и горшок? Можно мне металлический? Я сразу тут присяду после эклера.
Блин, прости, я до такой степени не подготовилась. Ребята, я в 90-х, помогите. Рум-тур, ну полноценный рум-тур, у меня нет плана делать. А можно ванну будет показать? Просто там такая... Так я ей в сторисах показывала, когда делала ремонт. А там ты показывала... не очень чисто, я не хочу... Нет, вот эту, как ее... Занавеску ты показала? Занавеску 100 раз фигурировала в сторисах. Да? Да. Вы знаете, что там скелеты? Да, Дим, в отличие от тебя, просто они смотрят мои сторисы, понимаешь? Ну, я не обратил внимания, а у тебя шампуни большой. Есть, да, какие-то? Ну, конечно, я мою голову. Нет, гель для тела меня интересует. Тело я тоже мою. Ты... К чему ты ведешь? Ты не успел помыться после бокса, я правильно понимаю? Вдруг, тебе нужно в душ вдруг, сходить? Ну, просто вдруг мне нужно будет помыться, давай так поставлю. А в случае, если ты уделаешься эклером, например? В случае, если я обосрусь, например. На кухне есть раковина, если что. Да, да. Привет, Хром. Ребята, спасибо большое за Донателло трек. А у тебя есть один салфетки? Да. Можно какие-нибудь дать? Чтобы наверняка. Ой. Все, спасибо. Пацаны, очень вкусные эклеры. Это, кстати, не интеграция, просто действительно вкусные. Может, тоже съесть? Руки помыть и съесть? Да. И, а вилочку еще можно у тебя попросить? Да, конечно. Только можно не серебряную, как знаешь, ты тоже. Из бабушкиного сервиза. Пацаны, за вас, так сказать, этот эклер. Вот честно, хочется всех хотелось бы угостить эклером, но я не знаю, как это сделать физически. Ну, ты хочешь сам съесть. Но я вот от имени чата его ем. Ребята, когда в следующий раз я буду есть вкуснейший стейк, я тоже мысленно буду есть его от имени чата. Так, я сейчас руки помою быстро. Давай. Это что такое? Уехал! Это... Прикиньте, как буксануло в ванну быстро. Так вот. Пацаны, я отвечаю, на днях фильм смотрел. Его здесь снимали. Его здесь снимали. Вот тут вот. 100%. Что здесь снимали? Что? О чем говоришь? Чат, о чем он говорил? Я. Говорю, что кино смотрел на днях, очень похожий интерьерчик. Это артхаус был какой-то? Да. Там было 2 мужика и девочка пришла. Так. Анжелика звали. Ага. Это что-то европейское? Ну, венгерское. Я, кстати, не знакома с венгерским кинематографом. Ну, там есть неплохие режиссеры. Оно было в Каннах? А? В Каннах было? Нет, еще не дошло. Ты знаешь Пьера Вудман один? Ну, наслышано. Не смотрела ни разу? Я не смотрела, но слышала. Серьезно? Честно, вот не смотрела? Именно его нет, но я смотрела... Кастинги? Именно, да, кастинг Каучи. Все выпуски? Нет, нет, конкретно. А это же целый жанр, где девушка приходит на кастинг. Не, ну просто есть конкретные. То есть есть фейк-отель, фейк-такси. Фейк-такси видела, да. Фейк... Фейк-ужин при свечах, кстати. Да, тоже есть. Снимается неподалеку, прямо сейчас. Батя Дина, переживаю за ваши отношения больше, чем за свои. Вы идеальная пара твича. Вот это прикольно, да. Спасибо, чел. Трахнем Гикса. Они же сейчас поддержат. Чат, только не надо писать, пожалуйста, трахнем Гикса. За что? За что, ребята? Давай я погадаю. Давай, любит, не любит. А про кого мне нужно гадать? О ком мне нужно подумать? Давай так, давай не любит, не любит, потому что любовь это такое эфемерное понятие. Давай будет, не будет. Будет, не будет? Да. А что именно? Потом скажу после гадания. Ну ладно, давай. Так. Можно я в тарелку тебе буду? Что? Да. Гадать? Да. Ну, на что твоя, конечно, можно, разве я вам буду... Чат, а вам по уровню звука нормально или кого-то тише, кого-то... Хотя, подожди, я не могу сделать кого-то тише, кого-то громче. Музыка нормально с нашими голосами? Так, значит, будет. Да, попозже еще полчасика надо. Не будет. Нет, просто оператору сказал, что попозже. Будет. Не будет. Будет. Не будет. Будет. Не будет. Будет. А ты знаешь, как эти цветы называются? Я знаю, как они работают. Не будет. Будет. Не будет. Это херсантема. Будет. Херсантема. Херантена. Я забыла, на чем я не будет, кажется, да? Не будет. Не будет. Будет. Не будет. Будет.
Не будет. Будет. Не будет. Обстановка накаляется, чат. Будет. Не будет. Будет. Не будет. Будет. Не будет. Будет. А это не Лизиантус? Не будет. 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 Не будет. Будет. Не будет. Будет. Не будет. Не будет. Будет. Не будет. А нет, будет. Не будет. Там где-то просчет был. Но там еще есть цветочки. Еще не вечер, еще не вечер. Библ тумпы в чат, ребята. Библ тумпы в чат. Я видел, ты два сорвала лепестка за один. Нет, такого точно не было, Дим. Ну как же не было? Нет, такого точно не было. Ливликс, это точно. Да, я не знаю, почему. А почему ты смеешься, когда слышишь «Трахнем Ликс»? Да потому что я представил, сколько человек там. Это в такой вот длинный фильм получился. Я максимум смотрел, когда 15, ну, когда 20 человек проходило. 20? Ну, через человека, да. Ё-моё! 20. Ё-моё! Лучко, спасибо большое за... Лужко? Не, Лучко. Лучко. Лучко, видишь? Лучко. О, смотри. Лучков подписался. Сексологист переподписался. Чат, не стесняйтесь, подписывайтесь. Сексологист. Ну, сколько ты максимально видела? Вот? Слушай, ну я не считала, знаешь. Я когда обычно такое вижу, мне не до счета. А сбиваешься? Так же, как и с ромашкой, да? Сбилась. Не, я просто занята обычно в этот момент. Понял. А ты когда-нибудь ел лепестки ромашки? Возможно, это будет. Попробуй съесть. Если понравится, то, может быть, и будет. Просто я их в ларьке покупал. И я бы... Много бы прям не ел бы их, потому что, возможно, Дина понадобится вот такая штучка тебе. Более глубоко. Там чел еще их такой поправлял руками, знаешь, ну они просто сжатые были, так что лучше, да. А что? В ларьке дешевле. В магазине в этом, в Цветоторге сотку стоили, в ларьке 80. Я что, дурак в Цветоторге покупать? Зато экономный. Поглядите-ка на него. 100 на 20 рублей сэкономил. Завтра поем побольше на них. На ложку каши больше положит утром. Дима, ну, как ты видишь, свечи есть. Так. Атмосфера есть. А ужин пока не достает. Угу. И сейчас он должен появиться, кульминация какая-то. И... Та-дам! Боюсь, стесняюсь спросить, что за блюдо будет из этого. Ну, ты можешь попробовать предположить. Я даже не знаю, в какой последовательности готовить. Можно сбиться, столько ингредиентов. Сейчас открою рецепт, все будет хорошо. У тебя есть книжка рецептов, да, какая-то? Чтобы реально можно приготовить что-то не так здесь. Кулинарочка. Тут можно запутаться, пацаны, я не знаю. Кто шарит, может, напишите пару рецептов. Напомню ингредиенты. Колбаса, сыр, хлеб. Разбаньте в чате, пожалуйста. Повязали по беспределу. Дим, ну хочешь, я что-то другое приготовлю? Ну вернись! Я не ухожу. А, ну тогда будешь есть бутеры. Сперма Пауэр пишет. Разбаньте в чате, пожалуйста. Повязали по беспределу. Ребят, проверьте, пожалуйста, что натворил человек с ником Сперма Пауэр. Как можно было такого молодого вынести? Вынесли с ноги просто. Дима, обрати внимание, где установлено светительное оборудование. Куда направлено? Я про что и говорю. Я когда увидел, что я зашел, я вижу, что тут кушетка, я уже в принципе... Чет! А как мне показать? Я не знаю, что. Подожди, стой, подожди. Я сфоткаю в телегу. Стой. Нифига себе, ты хорошо придумал, кстати. Оп. Подожди, у меня тут... Ну-ка. Что там? Не убери это! Дима, не смей это выкладывать! Где? Покажу сейчас. Телефон покажешь в камеру? Хорошая затея. Ну я сейчас... Ну там не автофокус. Я вижу. Там мануальный фокус. Видно? Да, да, все видно. Не, ребят, видно? Да, видно. Честно, видно? Да. Ну, Дина.
Ну, я же говорю, не автофокус. Фокус мануальный на нас выстроен. А как сделать автофокус? Ну, это, там нужно устроить камеру. Блин! Мы потом задолбаемся. Короче, выложу потом. Нет, не, а давай я тебя тоже сфоткаю. Ну, сфоткай. Так а как ты фоткаешь, ты же чатами покажешь? Да я выложу. Дима, а зачем ты раздеваешься? Дим. Надень обратно, пожалуйста, штаны! Ой! Я вспомнила, что сторис не записала. Блин! Чату не видно, кстати, фотографии. Надо куда-то тебе их скинуть и показать. Я сейчас скину. Началось. Нет, когда начнется, ребят, я камеру поверну, поверьте мне. Боже мой! Дима, у тебя когда-нибудь были такие фотки? Да, первая. Да, первая? Ну вот, это первая такая. Ну что, сейчас будет гениальный штаны. Бан. Так у меня потому что гениальный слабо. Гениальный бан, я сказала, быстро гениальный байт. Гениальный бан? Да, я сказала. Это оговорочка по Фрейду, Дим. Ё-моё, господи. Бан будет, когда съемки перед вещанием и трансляцией перейдет куда? Гениальный байт, который придумал Дима Ликс, и выкладываю в телегу чат. Ну что, вам придется идти в телегу. Дина, а почему ты эклеры не ешь? Я сейчас съем. Только ешь вот этот желтенький. Да, я как раз на него и целилась. Вот он с бананом, да? Я в прошлый раз, когда к тебе прижала, хотела там, банан, а ты его съел. Там много чего ешь его. Да. Просто ешь и все. Да, хорошо, сейчас я оповещу, что мы тут минут 30 подождем, и все норм будет. Со страшной силой в эфире. Да ничего, какой вы обсуждаю, подсыпали. Это Дмитрий Ликс. Это чатик. А это наш ужин при свечах. Приходите. Мы уже вовсю здесь. Вообще, это так задышало, это тяжело. Запыхалась? А, что-то я не знаю, само собой как-то. Подождите, Маша здесь. Дим, посмотри, а там ничего лишнего не попало в кадр, смотри. Все прилично. Да. Так ты тут никого и не показала толком. Ой, я себя не помню, все вроде понятно. Да все норм. А свечи где? А, вам не видно за мной? Вот свеча. И вот тоже свеча. Они очень вкусно пахнут, Дим. Да? Да. Не обожгись! Не загорись! Да как она? А! Дима! Что? Зачем ты? Слушай. Не зря отходил на курс. А насчет воска? Ты когда-нибудь экспериментировал с воском? Ты имеешь в виду, капал ли я на какие-то эрогенные зоны горячий воск со свечи? Звучит так, как будто да. И потом плеточка его сбивал, да? Почему плеточка? Ну, потому что обычно плетка сбивает. Так. А ты давай я тебе на руку? Ты как к воску относишься? Можешь мне капнуть на руку? Я не думаю, что нам стоит делать это на стриме. Капни мне на руку воск. Да. Горячий, максимально. Ну, будет капни! Горячо. Так подожди, это на стриме! Ладно, тебе будет горячо, и могут счесть, что я тебя хочу... как-то тебя хочу навредить. Воск не может быть горячий, когда ты им капаешь. Главное, чтобы он не горячий. Ну капни! Вот сюда вот, где температуру мерят. Я хочу шрам. Ну, маленький. Шрама не будет. Если что, чат, если что, после этого шрамов не остается, если что. Просто запротоколируйте, пожалуйста, как говорит мема. Так, значит, сейчас я выложу, что мы уже тут. Осуждаем, согласен. А, я после рекомендации Ютуба ожидал Among Us, но походу здесь интереснее, чем пожалуйста. Я представляю, человек... Подбейте меня, пожалуйста. Человек сейчас пришел, смотрел же все подкасты на Ютубе. Вот это ожидалось. Пожалуй, останусь. Занятно тут у вас на Твиче. Давай, хренулька, оставайся реально. Дима, нам смешно твоими несмешными шутками. В смысле не смешными? Они что, не смешные? Они смешные. Вот. Не смешные. Плюс в чат, если смешные. Подожди, или раньше мне они казались не смешными. Плюс в чат, если смешные. Твоими несмешными шутками. Что-то минусы есть. Это верный знак. Не сбавляй обороты. Мне не нравится. Есть минусы и плюсы. 50/50. Сейчас, секундочку, нужно срочно кое-что сделать. Что? Давай. А, что по ужину? А, сейчас, секундочку, я сторис так выкладываю. Я только начну что-то делать, и тут на тебя засматриваю. Я даже не знаю, чем помочь тебе в готовке. Давай хлеб нарежу, что ли. Я думаю, это у тебя получится одним взглядом, Дима. Ты точно режешь? Офигеть! А что ты еще можешь так же виртуозно? Боюсь, что это все. Блин, я не знаю, Дима, эти шутки сами из меня лезут. Ты меня заразил своей
шутейками. Что еще ты можешь так виртуозно делать руками? Да я не знаю. Вот так вот, наверное, только нарезать. Но это же раньше, знаешь, музыка? Типа под музыку танцуешь, когда нарезаешь торт, вот там, тун-тун-тун, и потом раздаешь его людям. Подожди, ты что, на выкладке тортов работал? Нет, дискотека была, такая пиратская станция, там, типа, тун-тун, и потом людям раздаешь. Так, сыр и карбонат. Да. Ребята, ужин творится прямо сейчас на ваших глазах. Дима, у тебя бывало такое, что сначала шутки человека кажутся... Это дорблю? Нет, это по-шивонски. Да ладно, шучу. Голландский. Что сначала шутки человека кажутся не смешными, а потом... Хуба. И уже смешно. И уже смешно. Да. Бывало? Да. Конечно. И что потом происходило? Потом ракурс менялся на койку, и все. И пошло-поехало. Я эти моменты сразу издалека знаю. Поэтому я и пришел. Ты знаешь, что... Ой. Я сыр проткнул. Головной мозг боится капать, а сейчас бы как это... Осуждаем! Да что я сыр проткнула? Ну когда-то он не был сыром. И знаешь, чем он был до этого? Чем? Молоком. А дальше, если откатить? Травой. Нет. Где было молоко? Ну, внутри коровы. Ну. Но, а до этого-то она съела траву. А ты проткнула молоко. Считай, корову получается. Так что аккуратней. А ты уже хлеб, сыр положила на хлеб? Да. Без колбасы. А колбаса сверху? Карбонат сверху? А ты наоборот хочешь? Ты что, извращенец? Нет, я... Кто кладет колбасу поверх сыра? Пожалуйста, так пристаните. Так все делают. Нет. Сначала я... сыр, потом колбаса. Ребята, с вами человек, который 30 лет ел бутерброды. 30 лет. Из поколения в поколение прабабушка еще мне делала бутерброды. И я рассказываю, почему колбаса кладется под сыр. Потому что когда ты берешь бутерброд... Срочное голосование, модераторы, пожалуйста, сделайте. Когда ты берешь бутерброд, если сверху колбаса, ты пачкаешь пальцы. Если сверху сыр, твои пальцы остаются чистыми. Дим, пойдем в койку после такого. Ну это правда? Это нет, ну это факт. Я просто... Короче, у меня есть... Не знаю, ты любишь руки пачкать, когда кушаешь? Ну, когда как? Я вот терпеть не могу руками есть пищу. То есть как только у меня руки грязные, я сразу начинаю вытирать их. Ну у меня прям это бзик какой-то, я не знаю, как это назвать. Вот. И я всегда стараюсь есть так, чтобы руки были чистые. И вот с бутером такая история 100% работает. То есть когда вы сыр кладете сверху, у вас... Абсолютно все чисто. Ну, чуть-чуть там сполоснуть руку. Ну, когда колбаса какая-нибудь, жирная колбаса или там твердого копчения, или ливерная колбаса, если сверху, так вообще забейте, у вас все руки в говне, считайте, будут. Офигеть. Кунилавгус переподписался. Кунилавгус. Ой, не переподписался, а Дина, что у тебя за подписчики? Сексологист Кунилавгус. Сексологист Кунилавгус. А знаешь, кем работает Кунилавгус? Ну, могу предположить. Давай, попробуй угадай. Что-нибудь связанное с кунилингусами? Это что за профессия такая? Кунилинголог? Такой профессии нет. Почему нет? Ну, никто не работает кунилингологом. Ты спросишь, что... Плюсаните, кто работает кунилингологом. Тогда порно-актер вот в чате поступает. Нет, тоже неправильно. Ну а кем он работает, мне просто интересно. Попробуй угадать. Ну а гей, отрасль какая? С девушками работает? А, ну, и с девушками, и с парнями. Проктолог? Кто? Проктолог? Нет. Кто? Ортодонт. Ортодонт? Да. Блин, а мне бы, кстати, сходить как-нибудь к ортодонту. О, я знаю хорошего. Порекомендовать? Кунилавгуса? Он из Екатеринбурга. Я же сама брекеты носила. Мне надо зубы делать еще, прежде чем. В детстве мечтал кунилингологом стать, чел пишет. Закончил институт. Высшее кунилингическое образование. Со шкуркой прям режешь? Так это ж карбонат, конечно, со шкуркой. А можешь приподнять колбаску? Ты хочешь поменять местами? Конечно. Реплей сделать. Дима, не хочет даже ничего нового попробовать. По старинке. Давай. Как 30 лет ел, так и продолжает. Ну, как ел из металлической посуды, так и ем. Ничего же не поменялось.
А у тебя мочалки нет случайно такой с этими с кончиками, чтобы, знаешь, тереть спину? Удобно было. Нет. Странно. Ну, я просто не ожидала, что ты захочешь дальше кухни. Машина времени сломалась. В ванную комнату. Машина времени сломалась, не удалось захватить. Блин, над этой шуткой даже мне не посмеяться. Так, а я попробую расхваленный желтый эклер. Да. Главное, пережевываю его чаще. А вы будете во что-то играть, спрашивают? У меня есть пару игр на примете. Ну, невозможно их. Не получится постримить. Дин, вот скажи честно, на этой кушетке что-нибудь было? Mm-mm. Ничего. Mm-hmm. Будет? Ну, когда-нибудь определенно будет. Колбаса сверху нет. Видишь? Видишь, Дима, колбаса снизу победила. Сюда, чат, вы молодцы. Вот. Сюда этих колбасников. Давайте вниз их, вниз. Просто на всякий случай нож положил. Лимон, ну, ты, конечно, ребята, вот чтобы вы знали, как он сейчас положил нож. Он положил нож ровно на край, и лезвие с краю свисает. Еще оно грязное, чтобы не испачкать стол. А, блин, Дим, ты такой какой-то мозговитый. У тебя, знаешь, сообразительная бытовая мозговитость присутствует. Угу. Я говорю, мне, возможно, нужно стать режиссером. А, подожди. У меня очень ракурс. А, блин, ты победил. Колбаса сверху да. Нет. Фак, я проиграла, блин. Стой, чат, ну, тут нечестно. Да ну вас. Ты проиграла желание. Это было на желание? Чат, на желание же было? Нет, это не обговаривалось. Как? Нет, этого не было. Нет. На желание было. Слышишь, да. В эклере Виагра. Тогда мне надо было есть. Тогда мне надо было есть эклер Индини. Самый родит замечательно. Блин, что-то карман жмет. Так, ну да, пока сюда положим. Королевский экспресс. Стимулирующий с усиками. Я решил, что на самолете не полетим. Опасно. Да и быстро. На поезде. Дата изготовления, если что, октябрь 19-го. Да, Дим, давно же ты ждешь своего счастья. Ну так дождалась? Кто ждет, тот дожидается, ребят. Уже больше года ждет. А шусики от вас не увидишь, не брился долго. Ну не притянул. Год не брился, усы еще. Ну ладно. Это шутки такие сегодня лезут пошлые какие-то. Да, сразу смеюсь, забей. Сейчас я помогу. Кринжа нет, ребят, запомните. Кринжа нет. Кринж это ты, нет. Это злой. Ну, кстати, злой же стал более высшего уровня кринжатолог. Ему 25 лет сегодня исполнилось. Все поздравили злого, ребят. Ему сегодня 25 лет, он какой-то там, я не знаю. Он какой-то там просто замок снял. Ты видел, ну, какой злой? Ну там двухэтажный там замок садится. Просторы, ну, там бассейн. У него там огромный. Да, там круто. Вообще жесть, у него очень все круто. Кринжа нет, потому что вы со злыми себя забрали. Где бы я еще узнал про кулинарские бутерброды везде? Спасибо вам, ребят. Не, ну по бутерам это реально факт, ребят. Вот у меня сейчас я даже руки не иду мыть. Ты их обсидаешь? Спасибо вам, ребята. Вот, кстати, ребят, скажу вам сразу, Дина написала мне, что почистила всю историю в браузере, поэтому даже не просите, интересного там ничего не будет. Дима, ты что будешь им говорить? Все, что я тебе написала? Я просто заранее говорю, чтобы вы, пацаны, на многое не рассчитывали. Про то, что я тебе писала про, я трахаться, вам, а я про вам... трахаться, ты тоже рассказал. Ты все рассказываешь. Все рассказываю. А я на самом деле хочу сказать, что вот и... Спасибо, Хренулик, спасибо, 999. Суть в том, что я сказал так нечестно. Потому что я первое, что хотел сделать, это посмотреть, что ты смотришь. А знаешь что, Дима, вот когда я у тебя была, и ты отходил писать и переодеваться, и ребята меня попросили посмотреть историю браузера, я им ответила, нет, ребята, я не буду. Это несправедливо по отношению к Дмитрию Ликсу.
Так у меня там ничего нет, у меня новый компьютер. Там максимальная история, самое пошлое, что там могло быть, это какая-нибудь, я не знаю, это фотография кого-то. А не первый раз, когда у тебя было, тоже просили? Первый раз тоже. У меня я за компьютером ничего не смотрю запрещенного. Да я тоже. А где ты смотришь? А история телефона у тебя как поживает? Нет, не дам. Давай, посмотрим. Ну, не, мы посмотрим. Ой, да что там смотреть? Один сплошной костюм. Давайте посмотрим историю телефона. КВН, спасибо большое за 6 месяцев с нами. Миландер, спасибо большое за тебя, за Бицули. Динчат не одобрит, все хотят. Но Дима, мы можем выборочно посмотреть. Дима, давай какую-нибудь фотографию тебе в телегу выложим, чтобы ребята на твою телегу тоже поподписывались. А я уже сделал фотографию. Ты ту выложил? Да, ну я выложу. Нет. Да. Нет, да. Нет. Я выложу. Нет, ее. Нет. А как P50 открыть, Дин? У тебя есть открывашка? А давай попробуй. Глазом можешь, Дима? Я могу об стол открыть. Нет, ты что, только не мой стол. Ляжками могу открыть, зажимаешь ляжком. Давай. Нет, а есть еще, знаешь, выбивают бутылки, типа. Выбить можно. Ну как-то да, но я тут не умею. Ну, об стол я не хочу, стол испортится. Да, стол нельзя. Ну дай мне какую-нибудь штуку. Да, 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 да. Я думала, просто, может, ты глазом умеешь или что-нибудь. А куда там? Целуй. Они пишут что-то целый. Что целый? Может, целый... Тебе чаю подлить, Дим? Нет, спасибо. Спасибо. Тебе открыть, нет? Да не, я любуюсь. Слушай, выглядит так уютно, мне кажется, чат, да? Не находите? Да, я бы даже, возможно, здесь остался подольше. Там мосты, тропы. Так утром сведутся в любом случае. Ой. Зачем ты уронила? Это случайно. Экспресс сошел с рельс, ребята. Только что. А давай бокалы, Дим. Пепси с бокалов пить? Да. Давай граненый стакан. Трах не мелится. У меня красивые бокалы. А мне показалось, или мы так сильно сейчас ушли от истории браузера, как бы в сторону, да? Спасибо большое. Ну, не брал, он в телефоне, я имею в виду. Ну, Дима. Ты можешь мой посмотреть, а я твой. Дима, ты недавно купил, у тебя 12-й. Что, я очень активный. А мой со мной с... Ну, давай хотя бы, давай, конца... 10, давай 10 дней, 10 дней посмотрим. 10 дней ноября. Историю? Нет, не вспоминай, что там было. 10 дней ноября. Нет. Почему? Я не согласна. А что там? Там всякие секретики. Ну, секретики я не буду читать. Что ты будешь читать? Ну, секретики, если какая-то, где инфа какая-то личная, я не буду читать. Но все остальное нет, узнаю все. Не-не-не-не-не, я не согласна. А что такое? Нет, не согласна. Ну, потому что это мое личное. И что, так ты мою 10 дней посмотришь, у меня там тоже тут, много тут чего. Тут ничего нет. Да в смысле нет? Я сейчас могу сказать, что у меня примерно есть, чтобы ты понимала уровень да секретности. Я посмотрю, что там у меня. А вообще, давай чокнемся. Все-таки первый раз. Показывай уровень секретности. Ты у меня первый раз. И не последний, возможно. Максимум, что у меня есть, вот, типа, массажистка Карина, возраст 26, все. Подожди, а как посмотреть историю здесь? Дима, как историю посмотреть? Я не знаю. Историю? Там нужно книжечку нажать. Книжечка? Уф, Карина, знаете, спасибо, Низо. О, блин, я обожаю музыку с этого доната. Эту музыку я, кстати, услышала у тебя в тиктоке. Влада Приора. Да? Да, так это прикольная тема. Влада Приора, тут. Спасибо большое. Просто нитик-то тоже зайка. И Дима, куда мне дальше? А, вот. Книжечка, да, вот. Показывай. Ну что у тебя там такого? Ну дай я посмотрю. Не-не-не. Я не буду. Только не читай вслух. Я вслух не буду. Ну только что-то. Правда, ну хорошо. Не надо читать. Нет, такое я не. Да я не. Это не. Да я это я не буду. Ну не надо! Я в принципе. Не надо! Ну нет, не надо! Да потом. Ну, Дима! Дима, нет! 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 Дима! Я сейчас, блин, да подожди секунду, да Дин, да он выключился, зачем ты его выключил? Ну покажи, там ничего же нет такого. А я тебе свою дам, 10 дней ноября. Ребят, я пытался. Подожди, а почему у меня такая скучная история? Вот я тоже хотел спросить про это.
Джонни Синс, сексуальная соседка пришла. Стой, дай-ка мне следующее, пацан, дай! Дима, дай прочитай следующее! Petite little girl fucked by two guys with big dick. Что? 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 Я сейчас прочитал, у меня кровь! Дина, дай салфетки, у меня сейчас кровь из глаз пойдет. Кто? У меня глаза сейчас могут закровить, я не... Petite little girl, что? Неожиданно. Вот это поворот! Сейчас вот этого чела надо. Вот это поворот! Он меня... О! Офигеть! Лекс, ты уже не подходишь. Ну, получается, да. Дина, что делать? Сначала из горла сосал пепси, а потом разлил Дина. Кстати, в натуре. Ну, я, если что, был в маске сегодня. Да? А тут ты без маски приехал. Реально, ведь ты сосал. Да, с вчерашнего дня. Сначала из горла сосал пепси, а потом разлил Дине. Лизнем Ликсу щечку, Ник, кстати. Ну, спасибо, лизнем Ликсу щечку. Блин, Дина, там есть еще какие-нибудь такие? Ну, подкроют. Я не ожидал просто не ожидал. Ну да, это смешно, но я сейчас... Да не, ну Дина, ну... Ты все скрыл. Дима, ты... Зачем ты перешла по ссылке? Он нажал пальцем, и мне открыл. Зачем ты перешла по ссылке? Только не поверни телефон случайно сейчас так. Там просто, ребята, там... Он открыл то, что до этого читал. Я не хотел смотреть этот Petite Little Girl там. Ты нажал на ссылку. Little Penis. Поверь, там не Литл. Ой, не, это правда, это нет. Если кто думает, это не шутка, это не шутка, это реально там написано. Диман, там не Литл. У меня такого нету, кстати, у меня все красиво. Откуда ты смотришь вот эти вот Литлы, не Литлы? Ну, я же в приват-режиме, естественно. Надо взять на вооружение. Ну, у меня такого ничего вообще прям нет. Да. Массажистка, вот Карина, массажный салон. Расписание салона эротического массажа. Ну, расписание надо знать просто, не всегда. Да. Обнимитесь. Чтобы свое расписание подстроить. Ну смотри, они снижают планку. Они до этого писали «целуй», теперь пишут «обнимитесь». А повысьте планку сразу, чтобы это... Что? Туда сразу скакнуть, так сказать, переместиться. Ты... Пацаны, а чего вы понижаете планку? Что ты, ты наездник, что ли? Скакнуть он собрался. Ну, можно и не наездником. Такие-то трахайте. Тогда трахайте. Пацаны, план... Ну все. Все, ракурс один менять. Она сейчас... Ты можешь, в принципе, платьишко скинуть? Хорошо. А эти, гольфы оставь. Это чулки. Чулки оставь. Они с подвязками. Подвязки можешь снять. Так вот, ребят. Пришел один. Уйду тоже один, в принципе. Это же не... А где... Что? Так ты вышла в том же, в чем и зашла. Уйду с сыном, да, реально. Дина, верни мне ребенка! Я не слышу. Ты в душ? Трахайтесь, это лучшая паста, которую я видел. Ну чисто трахайтесь и сердечко. Трахайтесь. Ну окей. Мне кажется, нужно туда еще библитумпов добавить. Типа, библитумпов, сердечко, трахайтесь. Ну как тебе эклерчик? Хорош, я половину откусила. Вот он лежит. Ну
лучше бы целиком его, конечно, целиком? Доесть. Чтобы... Ну, я растягиваю удовольствие, Дим, понимаешь? А как тебе ужин? Ужин отличный. Наелся? Слушай, отлично. Или, может быть, еще добавку положить? Ну, можно, в принципе, можно. Можно, да? Да, давай еще, наверное... Ну, может быть, разнообразить как ингредиенты, или мы будем среди трех сосен, так сказать, трех берез плутать. Тебе мало сосен? Ну, хочется еще какой-нибудь, да. А что у тебя есть в холодильнике? Да, у меня там много чего. Ну, бутылки-то что ты? Тут 4 бутылки алкашки. Да, это... 4. Это к Новому году, Дим. Не мандарины, да? Мандарины пока не пошли. Это сироп, это ванильный сироп. Ванильный сироп? У тебя есть сливки? Нет. Хочешь, мы закажем? Сливки? Да. Реально, я сейчас посмотрю, есть ли в самокате. Что в самокате? Сливки на самокате приедут? Да, 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 да. Там кого-то забанили за рофельную пасту, мне пришло сообщение. Разбаньте молодых. Я в хорошем настроении. Что ты делаешь сзади меня? Я просто почувствовала, что ты стоишь. Так, сливки, да, сливки. Устаю. Смотри, Дим, вот эти сливки, сливки 10%, да? Да эти-то, я про те спрашивала. Я просто не поняла. Вот и про какие сливки. 10%. Блин, тут нет сливок. Ну ладно, тогда ничего страшного. В принципе, сливки это, знаешь, это как, это обертка, которая это все равно правда растает. Так что, ты кальян-то хочешь? Да, давай, давай кальянчик вообще. А у тебя какой, Dark Side? Не помню, какой покупал. Ты имеешь в виду... Ну, табак, да. Я же не специалист по кальянам. То есть, это ну, просто... если ты не специалист, то можно и не забивать. А вот это тоже для алкашки, не дай угадай? Ну да, это для вина. Слушай, а почему у тебя столько всяких подставочек для алкашки? Дима, там это часть холодильника, а это для красоты. Ну просто очень много. Реально, пацаны, здесь одни. Здесь я как это, в барном погребе каком-то, в винном да погребе. Она же пустая, что ты начинаешь? Ой, вот это-то меня и смущает. И? Почувствуй себя бутылкой. А давай ты типа так сделаешь, почувствуй себя бутылкой, а я штопором открою тебе. Так сказать, откупоришь? Пробочку, да, откупорю. Мне кажется, у меня голова не пролезет. Да это, скорее всего, просто... Вот и все. Теперь ложись на кушетку. Я сейчас подойду. Скажись, ребята, это какие-то такие, знаете, типа любительские театры постановочки. А что, ну так такие постановочки, я не знаю, я очень шарю в таких постановочках. Милота заглавит. Обнимитесь хотя бы, ну, ребята, просто объятия, там уже назад уже дороги не будет, понимаете, объятия, а потом дальше все, уже не остановиться. Дим, бубль-гум есть. Кто? Бубль-гум. Это что такое? Табак? Блин, да мне кажется, сейчас такой кальян получится, что потом ну, его... Ну, не надо так, что нужно? Да, давай, наверное, без кальяна. В следующий раз с аутом, когда приедем к тебе тогда. Да, пускай свои эти самые штуки привозят. Да. Он хорошо умеет. Такое ощущение, что вам по 14 лет. В смысле? Почему? Это вам по 14. Сколько лет в чате? Напиши, сколько чату лет, вот примерно, плюс-минус. Боб, спасибо большое. Интересно просто. Чат, вы старше 14? Есть кто старше, Паша Рикиди? Чел 60 пишется. 60, а что ты здесь забыл, братишка? Ты не знаешь, как выйти из Твича? Подожди, но если ему 60, и он умеет пользоваться Твичом свободно, это же супер здорово, нет? Ты не знаешь, как закрыть приложение? Да нет, мне кажется, это шутка. А есть кто-то, кому реально 60? Да вон 78 даже. Просто пенсию получилось можно. 78 лет. Не, ну в среднем 12-17, разный возраст совершенно. Ничего себе, в среднем 12. Мне на 90 плюс. Что? Взрослые должны быть, Дима, у нас же взрослый контент, разве нет? Да. Ну, у нас еще пока 16 плюс, 18 плюс попозже будет. Скажи, Дим, а ты оглянувшись вокруг, мог бы представить, что ты на этой кухне готовишь завтрак по утрам и все такое? В передничке?
Ну, вот на ваше усмотрение. Так, просто гипотетически. Чисто гипотетический завтрак? Ну, да. Вот из этого, да? Ну, я так понимаю, здесь больше, на большее здесь рассчитывать не стоит? Ну, возможно, колбаса там будет варьироваться, да? Там то твердого копчения, то докторского. Продолжай. Ну да, я бутер себя нарезать могу вообще изи. А что ты будешь на завтрак есть? Я люблю яйца Бенедикта. Бенедикт. Ну, яйца Бенедикта я тебе легко могу оформить. Ну, это не... С утра. Это мешочек. Яйца Бенедикта, что? Это что за число надо быть, чтобы яйца в свою честь назвать? Я Бенедикт, и будете вот это мои яйца. Как это? Ну что это за... Как можно, блядь, придумать, извиняюсь за мат, конечно, сегодня. Стрим без мата, ну просто яйца... Яйца Никса. Стрим без мата, блядь! Да? Ну, нет, ну серьезно. Как вот чел додумался? А надо узнать, как вообще... Яйца Бенедикта. Как назовем эти яйца? В честь меня. Ну почему бы не? Яйца Бенедикта. Хорошая идея. Бенедикт. Мне 15, еще девушка. Так, осуждаю яйца Димы Ликса. Ну их, ребят, готовить сложно. Так, яйца... Их не приготовить. Бенедикт. Так просто. Блюдо на завтрак, представляющее собой бутерброд из двух половинок булочки. Ну, булка у тебя есть. Ну да. Дальше что? Яйца нужны только? Ну, булочка тоже не помешает сдачи. Но булочки у тебя тоже есть. А у меня только хлеб ржаной. Подожди, булочки есть, яйца есть, и все, это яйца Бенедикта? А челы, которые... С яйцами пошот. А челы уверены, что Бенедикт называл так именно еду яйцами Бенедикта? Почему не Бенедикт? Потому что булочки и яйца... Что-то я сомневаюсь, что это... А в интервью для журнала «Нью-Йоркер» в 42-м брокер Люмель Бенедикт утверждал, что забрел в отель такой-то в таком-то году, надеясь на лекарство... В отеле? Он надеялся на лекарство от утреннего похмелья. Заказал тосты с маслом, вареными яйцами, тыры-пыры в попе дыры. Ему сделали вот это. И с тех пор это яйца... Нихера. О, а вот это мы, кстати, можем себе позволить. Нихера себе, он реально такой... Что? Блин, Дима, знаешь, о чем я думала? Так, ну, обо мне понятно. Ты опять... Я думала, что можно как-нибудь взять урок танцев... С настоящим инструктором. Так я инструктор по танцам. Правда? Я 4 или 5 лет занимался танцами моими. И ты работал инструктором по танцам? Ну я инструктором не работал, но 4-5 лет у меня партнерша была, я просто она потом, короче, ушла в другом начинать. Ну, я перестал заниматься танцами. Это аллегория какая-то или это правда? Нет, я просто так историю придумал только что. Добрый! Ну, звучало неплохо, кстати. Звучало неплохо. Ну, я танцами занимался месяц. Ой, я каратэ занималась 3 месяца. Каратэ занимался 3 года. А, ладно. У меня даже был этот пояс с полоской одной красной. Здесь вот этот пояс. Не принимай голову. Там ничего нет, если что, чат. Просто есть такая, знаешь, как это назвать? Точка невозврата, ты ее приподнимешь, и все, и дальше она только вверх будет расти. Да. И эта точка невозврата находится очень низко. А с нижней частью гардероба тоже работает? Точка невозврата? Да. Ты спускаешь и все, да? И все, дальше только вниз. А вот ты попался, а как ты тогда в туалет ходишь? Ширинка есть. А если... Ну, штаны разворачиваешь, ширинка. Странно. Гений! Лайфхэк! Романтический ужин. Кто задается вопросом, вот я только сейчас постарался представить эту ситуацию. В принципе, она довольно тяжела в реализации. Пришел не с пустыми руками, между прочим. Да, цветочки, ребята. А дай-ка мне, я погадаю. А, давай, кстати, да. Потому что ты так гадаешь, что, Дина, я там тебе не верю. Я тебе не верю, так держи. Куда ты будешь гадать? Давай я тебе там будет? Твою тарелку. А, ты себе в чашку. Не, да, почему нет? Не будет. Да, правильно, пускай. Будет. Тебе напоминание о том, что
Кот, хорошо, кот сидим, в шляпе. А где сам дело в шляпе, как говорится. И как же романтический ужин без вина Блатрайл. Как же романтический. Джентльмен, там если приоткрыть холодильник, там, там, не знаю, там на месяц хватит карантина, можно самоизолироваться месяц, просто жить на вине только. Ой, дай я музыку потише сделаю. Тут. Причем я скажу так, что у Дины холодильник для вина используется, а не для продуктов. Это неправда. И какое вино ты предпочитаешь? Ну, я обычно люблю красный Шираз. Кто? Шираз, ну цо. А. А какое, сухое или полусухое? Сухое. А зачем тебе эта информация? Просто. Узнал. Это будет или не будет, тут лежит? Это будет. Так вот, Дим, мне кажется, было бы здорово. Мне кажется, было бы здорово. А знаешь, какое я вино люблю, Дина? Какое? Блин, так будет пошло звучать очень, ладно. Да скажи, что может быть пошлее? Не, ну это будет так. Нет, скажи мне на ушко. Да ладно, это будет жестко звучать, я боюсь на тысячу такое говорить. Ой, настолько жестко? Что там такое? Ну просто это может восприняться как, да, как плохо. Ну, серьезно тебе говорю. Что-то типа... Ну, есть сухое, полусухое, продолжи. И цвет вина. Мокрое. Мокрое, красное. Вот. И что не так? Ну, в смысле? А давай я там микрофон выключу и скажешь. Небольшая перепалка, ребят, но все нормально. Все нормально. Все нормально. Дин, все хорошо. Ты уже на кушетку? Эклерчик-то пошел в разнос. Дин, если что, видно. Оскара! Кстати, а прикиньте, такие сценки делать. Это же круто. А может, фанфики тогда почитаем, то, что ты мне скидывал? Там не пошло? Ну куда ты глушишь на третий бокал? Лучше бы вино было, ей-богу. Так налей себе винца. Нет, не буду. Раскрепостись немножко. Нет, не буду. Это пойдет только на пользу. Ты так уже за нас всех. Что я лепесток подняла? Это, между прочим, не будет был. Ой, упал еще один. Так, хватит ронять. Сам поднимай. Я спину вчера так потянул, вообще так неудобно. А ты больше там с мужиками дерись. Так вот, что ты думаешь, стрим замутить с обучением танцами, чтобы мы танцевали? Ну, смотря какие танцы, давай акробатический рок-н-ролл. Или, может, страстное танго? Не, танго я хочу, ну вот акробатический, я был на турнире по акробатическому рок-н-роллу. Ты смотрел или участвовал? Нет, я смотрел, вот. И это прикольно. То есть там подкидываешь человека, он вертится, и ты его берешь. Ну как в маске, видела? Да, но ты же не умеешь, как ты будешь меня подкидывать, а как я буду вертеться? Нет, меня интересует, как ты будешь меня ловить. Ловить, может быть, не я. Не входило в твой план, да? Ну, подкинуть я смогу, дальше уже там как пойдет. Нет, серьезно, акробатический рок-н-ролл, это круто. Так, вот, Дима Ликс. Ты... А мне нужно открывать фантик? А, да, открой тоже. В общем, ребята, некоторое время назад... Или ты про что? Дима, положи, пожалуйста, презервативы. Я думал, ты уже про это, ладно. Рановато. Понял. Понял, исправлюсь. Некоторое время назад мне скинули фанфик про нас. Но... А что это подтвердить возраст? 18 плюс?
сексуальные моменты вне прочтения остаются. Я буду читать все моменты. Я только про себя, не то что не про тебя в смысле, а не вслух. Дина любит Шата Мутон Ротшильд 00. Дима, не глупи, все получится. Можете станцевать. Шата Мутон. Да, братцы, я танцевать-то не умею особо. Ну вот как сделать, как пришел. Курс по танцам сделать. А, это следующий. Да. Дима, не глупи, все получится. Да я согласен, тут такая кушетка, тут, ну если не получится, я не знаю. Не кушетка, это диван раскладной. Это для гостей я купила, так, чтобы можно было у меня оставаться ночевать. Ну, я тогда такая приятная атмосфера. Музыка, свечи. А можете для станцевать. Кого-нибудь, кто приезжает вот. Подожди, я гость? Ну да. Диван для гостей? Ну да. Ну все, я остаюсь. Чёрт, как же вот. Вот все, понимаете, вот это вот все. Все Джейсон, просто. Я вот не подскажу, потому что ты написал. Я обычно австралийские шразы беру, и я название не особо запоминаю. Чувс Channel, спасибо вам. Так, а кто будет читать? А, я думаю, по очереди. Как тут узнать, тут не подписано, кто где. Ну, давай, начинай. Вот это ты, нет, это ты, это твои слова. Что, сегодня на стриме будешь делать? Нет, первая часть тебе нужна. Это очень интересно, но вы прикиньте, что на Марсе правда есть жизнь, и они так же, как и мы, ищут способы попасть на другие планеты. Это фанфик, если что. Именно поэтому на Марсе есть вода. Если это не так, то я никак не могу объяснить, почему на Марсе есть жидкая вода. Хоть я и умен. Сказал Ликс, сложив руки на груди. Блин. Да, на твоей груди или на моей? Да, на твоей, конечно. Окей. Это похоже на то, что ты обычно говоришь, кстати. И устремляя свой взгляд прямо в камеру. Заклипуйте это, и через несколько лет мне покажете, когда мы точно узнаем, есть ли жизнь на Марсе или нет. Это реально звучит так, как будто ты сказал это прямо сейчас. Я запускаюсь, старый. Аня, я запускаюсь, старый. После этих слов Каравай запустил стрим у себя на Twitch канале. Это сейчас так Каравай звучал? Ну... А можешь еще раз? Я запускаюсь, старый. Заклипуйте Каравай, отправьте, пожалуйста. Я постаралась. У меня же нет 25-кашного актерского курса за плечами. Дмитрий, заметив уведомление о начале стрима у Каравая, попрощался со зрителями и завершил свою трансляцию. Че сегодня на стриме будешь делать, Вать? Полюбопытствовал он. А это ты так изобразил Каравая, да? Десит сегодня будет. Я готов сегодня тебя натянуть пару раз. Это я говорю. Теперь ты говоришь опять Каравая. Куда тебе меня натягивать? А, нет, подожди, это ты от себя говоришь, по-моему, уже. Куда тебе меня натягивать-то? Ты себе даже очки наружу... Очко, что? Ты себе даже очко наружу натянуть не можешь. Всегда с веревочкой ходишь, сидишь. Мы сидим, а ты с очками постоянно возишься. Вот умора-то. Эд, давай-ка не выдумывай мне здесь, а то всю энергию потратишь, и на стрим не хватит потом. Каравай засмеялся, но его смех больше походил на хрюканье. Хрюкать? Ну, смеяться и хрюкать. Заклипуйте, ребят, Каравай. Да это ты меня заставил хрюкать. Ну, что ты настраиваешь, нас Караваем друг против друга. Он теперь в Москве. Ну, ты сказал, ну, я тебя младше в два раза. Во мне энергии больше, чем в тебе, это уж точно. Когда в Питер приедешь, на турничках посмотрим, у кого энергии больше. Уверенно сказал Дмитрий Ликс. Я выйду пока. Если в Десит пойдешь, мы и к ним, братишка. Там было написано Дима. Ты переукрасил. Блин, а интересно, автор этого фанфика есть в чате? Хорошо. Вадим остался один в Дискорде и начал смотреть новое видео Twitch FM. Плюс контент пошел. Ликс снял наушники, вышел из-за компьютера, взял свой телефон и лег на диван, читая диалоги ВК. Ложись. Блин, а... А как там камера? Там не будет слышно, да? Ну ничего, я считаю, лег. Блин, подожди, я думаю, как нам... Ну это будет неудобно. Ладно. Да. Просто там уже фанфик придется, уже видео, так сказать. Это правда. Видео-фанфик. Читай диалоги ВК. Первым на глаза Димы попалось сообщение от Дины Ржуцкой. Он нажал на сообщение и внимательно принялся читать его. Ну, я читаю, да, наверное? Дим, сегодня вечером будет бункер у Фенаргота. Если точно будешь, напиши, чтобы за 5 минут до стрима не искать человека. Прочитав сообщение, он быстро напечатал: «Можешь не искать мне замену, я буду точно». И нажал «Отправить». Через несколько минут Дина прочитала сообщение и начала печатать. «Замечательно. Тогда сегодня в 21.00 собираемся». «Хорошо», — ответил Дмитрий Ликс и отложил телефон. «Хорошо, и точку даже поставил». «Да». Вадим Казаков прислал вам сообщение. Пришло уведомление на телефон. Ликс нажал на него.
Зайди в Дискорд. Да я же только лег, проворчал Дима, ленивец, нехотя поднялся с дивана и, сев за компьютер, зашел к Авилону в Дискорд-канал. Короче, Дим, я хочу новые игры Габара сделать, но уже лайтовичу. Без всяких там отрезать все волосы, съесть и приклеить как усы и так далее. Прошлые игры у нас как-то смазаны прошли, многим не понравилось, поэтому я все продумал и готов сделать их еще раз, начал Авилон. Ликс почесал затылок, а я че? Но ты будешь участвовать, поинтересовался Вадик, который не каравай. Ну, буду. А что, я все озвучиваю? А, давай я за Вадима. За Вадима, давай. Читай. Так ты отвечаешь. Ну, буду, конечно, тем более, если они будут не такими жесткими, как прошлые. Дал ответ старый очкарик. Блядь, чел, который писал это, ты в чате? Признавайтесь, кто это писал. Кто писал фанфик? А ну. Кто фанфик писал, я говорю. Отлично. Ну, тогда еще кого-нибудь позови. Дину там, Крис, хуй знает. Я уже Арине и Ване написал, жду ответа, сижу. Хорошо, напишу без проблем. Сегодня как раз с Диной на бункере будем. Там и спрошу, с ней будет намного интереснее, это 100%. Ну, тебе-то, конечно. Хуй-то пылает. Вилон улыбнулся. Ладно, я пошел людей искать. Давай, удачи, пиши, если что нужно будет. Угу. Слушай, а может, это Вадя писал фанфик? Через несколько часов после разговора с Авилоном Фенергот запустил стрим «Бункер со стримерами». Ликс сразу же заметил это и присоединился к его дискорд-каналу, где сидели сами стримеры в ожидании самой игры. «О, Дима, привет!» Сразу же начала Дина, когда увидела, что Ликс присоединился к ним в дискорд. «Мы как раз только тебя и ждали». «Да-да, Дин, здравствуй», — ответила ей Дима. «Я надевал свой наилучший костюм. Просто так, с тобой это никак не связано. Мне просто захотелось одеть свой прекраснейший костюм, чтобы попонтоваться». Охуенно, Ликс, чел, просто один в один просто. Просто один в один, братишка. Привет, Дим. Я так каждый день делаю, когда перед тем, как в Дискорд залететь. Лучший костюм одеваешь. Лучший костюм одевай. Во что ты его одеваешь. Привет, Дим. Заметив присоединение Дмитрия Ликса к Дискорду, сказал сам Фенергот. Начинаем через пару минут. Правила я вам уже объяснял. Надеюсь, что повторять их мне не придется. В этот раз все довольно быстро собрались. Меня это радует. Мне хоть и 34, но моя память еще меня не подводит, заявил Дмитрий, который не Фенергот. Ты, похоже, меня недооцениваешь, Дима. Сейчас, секунду, я такое. А то мне кажется, тебя дует. Я не хочу, чтобы тебя продуло. Меня не продуло. Куда смотришь? А? Ну, куда я смотрю, там ничего не видно, Дим. Ветра недостаточно много, чтобы что-то там увидеть. Но если у тебя есть вентилятор, можем включить. Да я же не про тебя. Может, кто-то кроме тебя и забыл, и мне придется повторять ему всю эту огроменную сводку правил. Ну, это будет позорно, если кто-то моложе меня по правилам забудет. Это будет не смешно уже. Это уже серьезная проблема. Господи, Дима, ты примерно так и общаешься, да? Угу. Фенергот посмотрел на время. Ладно, начинаем. Сейчас я вам всем разошлю ваши карточки. Я, опять же, как ведущий, буду это все знать, но никому об этом рассказывать не буду. Подожди, а где тут? Почему мы так долго общаемся? Я уже ехать должен был, нет? Так, давай сократим. Я бы сократил, давай, просто тут есть моменты, ребята, которые... Угу. Заебись, строго согласен, злой фруктоска, я охуел, когда она согласилась, я понял, спасибо, целую, быстро напечатал, уф, я такой... Что, я это напечатала? Ну-ка. Чего? Опа, интересно, так, стоп. Ликс выключил компьютер, взяв телефон, плюхнулся на свой диван, 5 минут полистаю спать, в чате все рофлили, в целом день ничего про... Вот это уже интересней. Почему я это написала? Так, я не буду в него лицом лезть, окей, понял. Что? Так, задание, я тебе уже говорил про свою форму, Ликс посмотрел на часы, 20, опаздываю. Что, презерватива? Сейчас. Ничего, презерватива купить тебе не сегодня понадобится. Я для тебя задание лютое придумал. А, это Вадя пишет, я подумал, что это я пишу. А, вот, Дине постучали в дверь. А где это? Ой, да, вот, это третья страница. Вот это уже интересней. Я не вижу. Найди мне это. Это третья внизу? Страница. Это внизу? Третья. Ну вот. А, вот, Дине постучали в дверь. Это уже серьезно. Ой, ребята, мне кто-то стучит. Постучи. Ой, ребят, меня кто-то стучит. Дальше ты. Все снова засмеялись. И дальше снова ты. Дима, блин! Это ты, наверное, говоришь. Нет, это ты говоришь. Дима, блин! Послышал за кадром у Дины. Ебать, он долбоёб, пробубнил бустер. Ебать, красавец! Дина вернулась за ПК с мороженым в руках. Следом за ней зашел и сам... О, хочешь мороженого, кстати? Нет, спасибо. Следом за ней зашел и сам Ликс.
А чё все ржут? А, это ты. А чё все ржут, спросил Дима, когда запихал наушник в ухо. Ебать ты долбоёб старый. Чё, блядь? Почему, блядь, второе предложение подряд уже оскорбление? С самого начала фанфика. После долгого молчания сказал злой, это Рофл был. В смысле? Кто такой Рофл? Подожди, я думала, это ты сказала, это там написано про Рофл. Ну ты и долбоёб старый сквозь. Бля, а есть какие-то сообщения, где я не долбоёб? Да я-то что, давай? Сейчас, я дальше читаю. Давай я буду за бустера читать. Ну ты долбоёб старый. Ну ты вот, долбоёб вот здесь старый. Вот, смотри. Вот здесь Ликс и Дина переглянулись. Вот отсюда давай, читай. Так, это ниже, да? Да, чуть ниже. Ликс и Дина переглянулись. Да. Вот оттуда читай. Ё-моё! Давай, давай, читай. Ликс и Дина переглянулись. Дальше тоже. Точно? Да. Дима накинулся на Дину и начал её целовать. Изо рта Дины начали вырываться стоны. Стоп, не то. И стоны. Ты так стонешь? Ясно. А ты как стонешь? Стоп, не то. Я не стану, я же так, мужик. Ладно. Я поеду тогда. Лик встал со стула и направился к выходу, попутно набирая номер такси. Типа, рад был повидаться. Того не было, а вот это на самом деле, да. Рад был повидаться, Дина. Я тоже рада была повидаться. Без шуток. Дина подошла к Диме и поправила ему воротник. Хоть бы в зеркало посмотрелся перед уходом. Смотри, если мы с контактом делаем, тогда все, что дальше происходит, тоже с контактом надо будет делать. Ну, то есть, смотри, если ты воротник поправляешь, как в этом, то поправляешь его, да? Если там дальше будет, например, что-то еще, то тоже это надо будет делать. Посмотрим, давай по ситуации. По какой ситуации? Ну, тут надо жестко решить, либо да, либо нет. Я так знаю, что... Я и так знаю, что чертовски привлекательный. Ликс помахал Дине, рукой вышел из квартиры. Неужели она на меня запала? Подумал он про себя. Сногсшибательная телочка, женщина. Через час Дима был уже дома. А что так долго? Почему? Блять, шутки шутками, а это уже не шутка, походу. С мыслями о Дине он лег спать. На следующий день эти мысли все еще не покидали его, но стрим он провел, ни разу не упомянув про Дину. Вот, следующая, давай, стук в дверь где? Опять стук! Это на другой странице, да? Да. Так, стук, стук, стук. Какое кольцо? Чел, ты что, унесенный ветром пересмотрел? Так, ну что, значит, я воротник поправила. Давай, 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 давай. Стук в дверь. Дима, ты? Дина открыл дверь. Что ты тут забыл? Да я вот захотел у тебя на стриме посидеть. Ты же не против? Ликс незаметно запихал кольцо в карман своей кофты. А какое анальное кольцо? Что за кольцо, я просто не понимаю. Ну, Тиффани, наверное, Дим. Да скорее анальное. Да, конечно, можно, проходи. Дима вошел в квартиру. Ребята, вы не представляете, какая личность ко мне сейчас... А, это ты говоришь. Ребята, вы даже не представляете, какая личность сейчас ко мне пришла. Я просто хотел это сам озвучить. Вернулась к стриму Дина. Дима прошел в комнату, в чате полетели сердечки. Оп, пацаны. Сердечки, чат. Сердечки. Ваш выход, давайте. Ваш выход, ребят. Ваш выход. Это иммерсивное, шоу, вы тоже какое? Участвуете. Иммерсивно. Что это значит? Это значит, что они тоже включены в процесс. О, нифига себе. В чате летели сердечки, ну и клипов с этого момента появилось тоже достаточно. На дневном стриме Дина особо ничем не занимается. Общение с чатом и все. Это вот, кстати, господин фанфикмейкер обидно. Ноль контента. Это вот обидно. Вы, пожалуйста, вот это исправьте. То, что там... Давай я еще раз прочитаю. На дневном стриме Дина особо ничем не занимается. Общение с чатом. Это нужно исключить. Дмитрию как-то удалось уговорить Дину, чтобы она зашла в КС. Он забрал ее наушники, а сама Дина пересела на телефон. Ой, как раз на телефон. Садись на телефон. Сейчас опять на рычаг зайду. Теперь читай. Дима достал кольцо, встал на колено. Там это? Нет. Ладно, доставай, судя по всему. Ты не справишься с этой задачей, там другое. А что тут такие так долго? Я так не тяну никогда. Что, следующую страницу? Да, конечно, тут столько разговоров. Подожди, Дима, смотри. Дима встал на колено, достал из кармана кольцо. Пог, я угадала. А у меня кончилась часть. А, вот, часть 2, наверное, да? В смысле? У меня кончилась. Вот, Дима встал на колено, достал. Не, я понял, а где я?
Где... Где там эти... Стрим продолжался еще ровно час и 13 минут. Ну, мы закончили. Дина встала с кресла. Подожди. Дима встал на колени, достал из кармана кольцо. Ребят, это не про меня фанфик. Рассказывай, чем он заканчивается. Дима встал, прижал Дину к стене, начал целовать ее шею и снимать с нее футболку. Она вроде и не против. Дима, Дина, камера удаляется из квартиры, из которой чуть позже доносили женские стоны. Вот эти. Подожди, то есть, смотри, у автора фанфика сначала ты достаешь из кармана кольцо и сразу вслед за этим. Ну это так и работает, Дина, это так и работает. Нет, чел, а сколько лет челу, который писал фанфик? А помните был журнал «Калейдоскоп»? Ты помнишь был журнал «Калейдоскоп»? Там были всегда всякие, там было несколько историй, там были какие-то зашкварные истории, были истории криминальные, жестко придуманные, и были истории, типа, такие, сексуального характера. Помните, да, ребят, нет? Что такое 12? Автору, а сколько автору лет? А? Там до этого, Дима и Дина, скажите, что первое пришло в голову на букву «Х». Давай, 3, 2, 1. Хуй. Хлеб. Вот хлеб же перед нами лежит. Ну ты его назвала, я же не могу второй раз назвать. Мы же одновременно называли. Давай на букву П. А, пися. Писька. То есть тут ты решил повторить. Давай на букву Ч. Чупакабра. Что? Давай у тебя будет одна секунда на ответ. Давай. Ч. Членистоногая. Вот, я же говорю тебе, вот что тебе в голове. В смысле, членистоногая? Членистоногая ты потом придумал. Да, ты назвала член и потом стоногая. Мне сначала стоногая пришло в голову, потом я уже член туда... С. Запихнула. С. Все, время кончилось. Секвоя. А. Арбуз. Ты давай. И. И кратко. Ни хрена себе, я не ожидал такой скорости. Получал. И кратко. Хорош. Давай еще. Сколиокс. Спасибо вам большое за 5 что месяцев. Что у тебя? Кунилингологс, сколиоз. Что сколиоз? Это? Сколиоз. У меня на приеме врача. А, сколиокс. Сколиокс, да. Сколиоз. Спасибо за подписку, братишка. Димон. Хватит мять молочные железы. Делаю же движуху, Дина уже еле сдерживает. Держи себя в руках, пожалуйста, мы на стриме. Я холодна рассудком. Товарищ Майк, вам что-то померещилось. Вот посмотрите. Давай мне букву, Дина, какую-нибудь, быстро. Буква. Какая? С. Цикатуха. Щ. Щевель. Да тебя никак и твердый знак. Что ты делаешь? Нет, слово на твердый знак. Знаешь, я хотела взять детского шампанского, но его, к сожалению, не оказалось. А, кстати, у меня была идея, да, но я его не стал брать. Да, у тебя тоже, наверное, да, не оказалось. Да, ну тебя еще разнесет с него, блин, а потом что делать? Так там нет алкоголя, но на то и детское, Дим. Так это все внушение. Там нет алкоголя. Я видел, столько детей спаиваются детским шампанским. Осуждаю, такого нет. В смысле нет? Не, это работает как лимонад. Я видел. Где ты это видел? Где ты вообще видел много детей? Дима, подожди, у тебя что, есть дети? Ты уверен? Ну, они обо мне не знают, так что я считаю, что нет. Они о тебе не знают или ты о них не знаешь? Нет, они обо мне не знают. То есть есть? Ну, да. Что подожди, то есть те пьяные дети были твоими? Ну, получается так. Нет, так а что, если они обо мне не знают, значит и все, и нету. Я бы тоже себе плеснул. Разговор может зайти в тупик. Давай. Плесни мне бокальчик. Мне нравится у нас хлеб, сыр, карбонат, презервативы, пепси. Ну а что, чисто стол такой, знаете, как это, я говорю, 90-е. Вот, колбаса, сервелат, сыр, хлебушек, гондончики, открывашка, в холодильнике винишко, ну на утро чай с ромашкой уже. Чтоб ты чувствовал себя как дома. Да, а ромашку чисто. Вот, ромашку принес. А, ну и как раз эти салфетки, чтобы там все вытереть. Ну, чтобы, да, все. И плетка там лежит еще у тебя. Знаешь, да? А я уже, знаешь, Дим, если вот раньше я мозг-то откладывала, то думала, знаешь, может уже ей жалко, может прям за шиворот у тебя вернуть. На днях спрашивали, что у тебя есть какая-то игрушка, да? Игрушка? Угу. Мягкая ты имеешь в виду? Нет, твердая. Твердая игрушка?
Это что, для украшения елки шары? Нет. Не шары? Угу. Показать можешь? Что за заминка, не понимаю. Ты хочешь, нельзя показывать? В смысле, у тебя на виде члена, что ли? Ну да. А подожди, стоп, ты про какую думаешь, подожди. У тебя их несколько, покажи ту, которую можно. Так, нет, подожди, о чем мы говорим оба? Нам нужно сориентироваться, притереться, о том ли мы оба ведем разговор. Тебя спросили, есть ли у тебя дома вибратор. Ты сказала, да, есть. Я хочу его увидеть прямо сейчас. Так его нельзя показывать на стриме. Он у тебя в виде члена, я еще раз спрошу. Ну да. А есть что-нибудь не в виде члена? Нет, у меня дома все в виде члена, Дима. Даже микрофон, кстати. Ну нет, это что-то это как-то... Хорошо, ты можешь его показать, но я не буду показывать камеру. Так вот, зачем тебе это видеть? Мне размер интересует. Я примерно чату накину, сколько сантиметров. Ну, там разные... А цвета какого он? Там тоже разные. Ну, цветовая палитра, в общем, какая плюс-минус? Ну, скажем так... Ну, светлый, тёплый. В тёплых тонах. В тёплых? Тёплых тонах? Я понял тебя. Не, ну после той истории свой, той истории из браузера. Я думаю, это можно скипнуть. Как там? Petite Little Girl? Fuck by two cocks. By two big cocks. Ай, блин, что вообще? Даже я такие запросы не ищу. Хочешь, я тебе перешлю? Мне кажется, это можно скипануть. Ну сразу все понятно, что Дина тебе не даст. Старенький лошок. Ты скипни это, зачем? А, ты сказал. Зачем ты это читаешь, Дима? Не показать нужно. Ай, блин! Дима. Я скипну. Кринжмен, когда пойдешь снимать с нормальной тёпкой... Я же... Я, конечно... Почему он читает его? Но сразу ведь понятно, ты сначала разрешил его, а потом старенький скипнул. Лошок. За что, Ярик? За что, Ярик? У тебя что, бочок потит? Ты что, ебанулся, Ярик? Тормози. Жесть, Ярик, ну ты, конечно... Давай, чокнемся. Ярик расстроил, дебилитомб. А у тебя есть в квартире что-то такое, что ты еще никогда никому не показывал, но готова показать сейчас? Никогда никому? Это должно быть что-то новое, получается. Ну да, там, говорю. Ну, плетку, наручники ты видел. Наручники есть? А покажи наручники. Я же тебе показывала уже. Наручники нет. Конечно, покажу. Как ты могла показать ее первый раз? Так я на стриме показывала. А они чистые? А в чем такое мои? А я не знаю, что там, что ты там приковываешь. Вот, пацаны, сейчас в полицию, полицейского сыграем. Пацаны, РП пошло. А у тебя ключи есть? Блин, это надо искать. Так что батарея себя лучше не приковывай. А то как же ты уедешь? Не, серьезно, у тебя есть ключи? Я не знаю, где они лежат. Правда? Угу. Подожди, они просто так не открываются? Через пипку? Нет, это все, это закрыто. А это, видимо, тут одна сломанная штучка, да? Почему? Или нет? Так нет, все правильно. Так открываешь? Они... Нет, так вот, они назад не открываются, так они открываются. А ну да, через руку-то ты не пройдешь. Made in China. Часто используешь? Нет. Капитан? Нет. Полковник Бустеренко. А у тебя есть? Предъявите ваши фанфики. Так, это... Разошлась уже такая. Да, о, да, давай тебе тоже какой-нибудь атрибут принесу. А то что ты... А давай ты все атрибуты достанешь, а мы их разложим. В порядке... Давай их разложим в порядке пошлости. Что там у тебя? Что за спиной? Что пошлого вот в этом, в огромных, господи, прищепках и в ленте? Я не буду касаться кончиков прищепки, я не знаю, что ты мне защипала. Так... Серьезно? Что? Это из моей стримерской вещи, у меня там много всего. О, Марк, здорово. Ты щипала эти? В смысле? А ты вообще о чем думаешь? Это атрибутик из моей стримерской комнаты. Ты стопудово соски этим прищепила, ну извиняюсь. Так не соски! Да 100%! Ты шутишь, что ли? Я видел в фильмах это! Да кто это? Это не,
конечно, декоративный. Дима, соски не такими прищемляют. А чего ты прищемляешь? Очень даже неплохо прищемляется. Но это палец и сосок. О чем речь вообще? И это в случае совершения преступления. Держится? Ты на кофту присобачил. Ну, конечно, я не буду сейчас на сосок его цеплять. Он не будет держаться. Да ты что, прикалываешься? Не будет. Да будет. Да у тебя сосок же не вот такой. Разбаньте спермопауэра, ребят. Ну разбаньте, Дима, зачем ты, правда? А как мне потом с ними работать, если они все в твоих сосках? Дина. Блин, эти устройства, они опасны для жизни. Как минимум для сосков. Он шутит, если что, Твич. Разбавьте спермопауэра, бедняга, сидит там, не может писать, не может кеквиши. Дима, если ты предвидишь к активным действиям, Дима, если ты не понимаешь, как ее действием, ничем это и не закончится. Вырубай стрим, он вас сейчас мешает. Он вас сейчас мешает. А ты можешь меня замотать, а я порву? О, давай, кстати, сейчас. Сядь. Зачем? Так я могу стоя. Да. Блин, у тебя голова отрезана. Давай. А, знаешь что, подержи, пожалуйста, тут. Ты до меня только что грудью докоснулась сзади. Это не грудь. А что это? Я что-то о тебе не знаю? Надеюсь, это не то, что в теплых тонах было? Смешно, кстати. Ну что, достаточно? Ну я это порву на раз-два. Да? Подожди. Ой, извини. На раз-два? На Василия ты хочешь замотать? А это типа место преступления совершилось здесь, да? Да, да, типа. Ой. Почему это пахнет кожей? Ты реально сматываешь это назад, когда используешь? Почему это пахнет кожей? Почему это пахнет потом и кожей пахнет? Он придумывает, это не так. Черт, это неправда. Пахнет вот прелая вот такая штука. Все, это пахнет. Подожди, стой, я заберу сейчас. Давай. Не получится, не получится. Получится. Дим, ты покраснел. Дима! Дима! Да Дим, дурачок! Что? С ним все в порядке! С ним все в порядке! Это 25К! Она тянется, она не может порваться. Ты переживает? Я сейчас за маму. Ой, да нет, это слишком наигран. А твое было не наиграно? Нет. 25К не зря отдавал. О. Ну что тут у вас запрещенного, так сказать, есть? Только про историю браузера. Дамочка, ну-ка бутербродик-то оформите мне. Ты еще хочешь? Капитанский. Атмосфера накаляется. Нет, капитанский, Дина, не получится. А ты можешь надеть что-нибудь обтягивающее майорский из латекса? Дина, можешь надеть что-нибудь обтягивающее из латекса? В натуре. Нет. Почему? Угона такая теплая. Я сейчас смотаю обратно. А у меня сейчас, кстати, знаешь, что-то, когда сильно, у меня, как будто меня сейчас сжимает что-то до сих пор. Да? У меня прям ощущение такое, да. Уже на ней пишут. Уже на ней? Дина, если ты снимешь платье, бан будет? Да. Понял. У меня на голое тело. Серьезно? Да. Разрешите досмотреть вас. Документов нет? Поэтому и досматриваю. Документы ваши предъявите. Гражданин. Вижу по глазам, что у вас что-то запрещенное спрятано. У меня исключительно разрешенное. Слишком много глаз. Так бы я нарушил. Ты щепки уношу. Слушайте, а вот эта кепка прикольная. Дима, хочешь, я покажу тебе, на чем я прыгаю? Давай. Сейчас просто резиновый хер огромный такой выкатывается просто на яйцах, колесах. Такая как пушка. Ладно, ты что-то зафантазировался, конечно. Я тебя слышу вообще. Марс, здорово.
Что там? Лови. Ты куда ты сейчас сворочишься? Ты как я поймал? Лови! Давай. И он прям прыгает? Оседлал. Все, что светит, оседлать Дмитрию Ликсу. Так а на нем можно же по-разному прыгать, да? Ну, можно, да. Че? Вот так. Ты трахнул шар. А ты умеешь вот так? Оп. Наверное, нет, я не уверен. Попробуй. Ой, я боюсь. Не, я еще застряну, перевернусь. Как ты можешь застрять, это шар? Я не получил. Ясно. Драка. Ну, ребят, не Дину, так Шарла. Я потом еще на нем сидеть, между прочим. Да ничего страшного, я его не продырявил. Я же не иголкой туда входил. А Диман на ручку сел, который на мече. Дина, где туалет? Зарк, здорово. В туалет хочешь, Зарк, привет. Да, я бы сходил. Вот. Где? Так, там есть туалетная бумага, где не переживай. Нет, салфетки. Так, ты что, ты салфетки с кухни в туалет несешь? Он унес салфетки с кухни в туалет. Блин, ребята. Что он там сейчас будет делать в туалете? Я переживаю. Привет всем, ребята, кто к нам присоединяется. На Диму Ликсу, кстати, вы фоловьтесь, если еще нет. Восклицательный знак кто, ссылочка там на него есть. Нет, вы представляете, какой нахал? Он с пачкой пришел. Еще и клеры какие-то странные. Аж прямо в жар бросило от лимонного. Дима и Дина, давайте камень на камень-ножницы бумага. И кто Дима проиграет? Давайте камень-ножницы бумага. И кто проиграет, вешает. Прищепку на ухо. Кто проиграет, вешает, пишет прищепку на ухо? Прищепку на ухо? А, ну кстати, а это больно, интересно, нет? Сейчас я. Подождите, я попробую. Прищепку. Ну стойте, если я попробую, получается, я как будто уже проиграла. Ай, это неприятно. Блин, Гарик, ты забайтил меня проверить. Как ты мог, Гарик, а? Злодей. А, Оксан, спасибо большое за подарок для Охотника Натурал. Дим, у тебя все в порядке? Да, все хорошо. Блин, ребята, может быть, быстро какие-то советы вот для таких ужинов при свечах? Я волнуюсь. Свечи горят. Горячо, в смысле, жарко, вот это вот все. Очень давно не заглядывал к вам на стрим. Innocent, привет. Барышня. А тут такой интересный контент на около 18+. Да какой около 18+? Я не могу сдержать улыбку. Говорят, контент на около 18+. Какое тут 18+-то? А кто говорит? А дай вот, с той стороны, сяду мне просто. Да, пожалуйста. Вот Innocent, товарищ, пришел, говорит, на около 18+. Что-то, мне кажется, все. Как тебе в туалете? Нормально, комфортно. Тебе понравились решетки? М? Решетки тебе понравились? А у меня в глазах потемнело, я не видел. А что это было? А что ты делал там? Напряжение было высокое очень. Дима, тут Гарик предложил что? На камень-ножницы-бумага сыграть, и кто проиграет, повесит прищепку на писю. Тихо. Чуть не скатился. Ну, подожди, на писю, окей, я-то смогу повесить, а ты? Твою. А, то нет. Я заранее проиграю? Или заранее выиграешь? Это вопрос. Нет, на самом деле на ухо. Я тебя обманула и решила проверить реакцию. На ухо? Да, на ухо. Окей, больно вешать на ухо будет? Ну, я попробовала, нормально, вообще не больно. Ну, давай. Как мы, подожди, мы играем... Стой, мы играем на камень, ножницы, бумага, да? Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Вот так вот. Готов? Подожди, камень, ножницы, бумага, раз, два, три, да? Да, да, да. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Пацаны, а теперь рассказываю гайд. Игровочка, на. А теперь рассказываю, как выигрывать с камень, ножницы, бумага. Перед тем, как начать, показывайте человеку. Играем на камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Заранее показывайте кулак. Тем самым программируя человека на то, это чтобы он... Это не так работает, Дима. Я просто всегда ставлю камень. Это же сработало. Я просто всегда ставлю камень. Но Дима, это сработало.
Переигровочка. Запомните эту схему, ребята, и будете выигрывать в 80% случаев. Ну, давай еще раз, давай. На камень, ножницы, бумага, давай, раз, да. Два, три, да? Да. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Ха-ха-ха! Съел! Так я тебе, я тебе просто рассказал. Нет, я просто всегда ставлю камень. Нет, я тебе рассказал. Нет, я просто всегда ставлю камень. Сейчас, подожди. Дима? Да. Что? У меня перед глазами, если что, ОБС. И я вижу, куда ты прицепил свою прищепку. Я все еще это вижу. И что, так сидеть будем? Ой, ой, прости, пожалуйста, я думала, ты на кофту прицепил. Да, кстати, они не больно жмут. Не больно, но она тяжелая. Ты знаешь, что в ухе очень много зон находится, которые могут даже в том числе влиять на потенцию и на все остальное. Много нервных окончаний. Вот. Тебе не передавить, да, важно? Ну, я уже передавил. Лет 10 назад. Я хотела пошутить, постеснялась, но ты сам пошутил. Слушай, это точно токсиколог? Да, что? Я не знаю, что. Я тебе говорю, она, по-моему, процентовка там поднялась у нее. Насколько лет? 10? 20? Забродила. Че, когда... Ебаться, я заебался на это смотреть. Братишка, ну в телегу подписывайся. Да, как у тебя называется? Старик, да? Телега? Нет. Старость. Старость, да. Ищите в поиск, забивайте старость, проматывайте все вот эти порно-каналы в Телеграме, и вы найдете Телеграм Дмитрия. Я там выложу фотку Дины, когда она бежала и не хочет. Нет, не выкладывай. Выложу, Дима, нет, не выкладывай. Выложу. Ах так, я тогда сейчас тебя сфоткаю. Сфоткаю. Я настолько сейчас охуенно выгляжу, что. Блин, ну так нечестно, ты правда сейчас хорошо выглядишь. Вот и все. Машина. Главное, шарик. Сейчас я тебя подловлю. Стой, стой, надо. Знаешь, как нужно. Нужно же гайды, вы же... Помните, я рассказывал гайд, как делать модельную внешность? То есть вы делаете лоб вот так, нет, вы улыбаетесь, лоб вот так, и потом улыбку убираете, смотрите. Нет, все. А, это вот это... Еще раз, как нужно... Так? Улыбаешься. Угу. Пишет на Нарика, похож. Какого Нарик? Станцуйте медляк кредо, а мы не можем музыку слушать, защищенную авторскую правами, потому что да и ребята, и медляк может превратиться в тухляк. В скоряк. А ты любишь больше медляк? Ну ладно. Я люблю менять скорость, как машина. Можно на первой ехать. А в пробке любишь постоять? А можно, в пробке могу постоять тоже, да. Что бы это ни значило. Могу и в пробке постоять. Главное, чтобы автомат был. Слушай, а что вот обычно спрашивают на этих, вот этих диванных конференциях? Ну, любишь ли там всякие, какие позы любимые? Угу. Какие у тебя любимые позы? Да, всякие, разные. Ну, поскольку ты прыгаешь на шаре обычно вот так, я так понимаю, сверху. С учетом того, что у тебя есть плетка и наручники, ты любишь доминировать. Вообще-то я сижу на шаре. Просто анализ для пацанов на будущее. Так. Наручники, плетка, ментовская кепка, прищепки, доминация. Явно говорит о человеке, любящем доминацию. Шарик прыгает сверху вниз. Скорее всего, это напоминает частично, когда она делает какой-то акт. Ты любишь сверху. Миссионерская поза? Миссионера же, да, называется, если не ошибаюсь? Миссионерская? Подожди, нет, не миссионерская, стой, а как она? Как она называется сверху? Это? Ну, короче, наездница, наездница. Я прав? Вот честно, я прав? Нет. Сел в лужу, Дмитрий Ликс, как всегда, с вашим анализом. А ты, я не знаю, а какая, окей, подожди, какая? Ну ты сейчас вычисляешь, специально отметая другие неподходящие варианты. Не, я просто сейчас, ну хорошо, либо наездница, либо сзади, одно из двух. Почему ты выбираешь только между двумя? Нет, подождите. Нет, я не продолжаю эту тему. А, то есть еще есть какая-то, да? Которую я не назвал. Так, принесу-ка я, пожалуй, еще что-нибудь. Какой-то хабуйцы! Шляпа делает такого дознавателя. Ну так, ё-моё, естественно. Инспектор Куниликс. Ой, ладно. Подожди, это ты мастерия нашего зрителя, ортодонта? Инспектор Куниликс. Блин, это звучит кринжово, кстати. Это звучит как какая-то комедия положений.
Вектор Куниликс. Чат, напишите свою любимую. Разрешите провести допрос вашей ки... Ки? Вашей киски. Ладно, это слишком кринжово уже звучит. У нас все-таки взрослая аудитория, мы не будем прям такие шутки шутить. Я считаю, что это перебор уже, ребята. Это уже перебор. За вас, чат. За вас. Пусть это кола. Она... Это перси кола. Ясно. Интеграция пошла. Короче, ребята, за вас поднимаю бокал. Будьте такими же крутыми. И не повторяйте моих ошибок. Я пришла тебя строить. Что вы себе тут позволяете, Дмитрий Ликс? Построй мне отношения. Блин, а ну, есть разрешение на строительство есть? А что это вы меня напрашиваете? Вы на моей территории находитесь, гражданин начальник. Ну, конечно. У нас тут... Я прораб, пожалуйста, не заходите за ленточку. А что строим? Мы строим... Неуверенно отвечаете, я смотрю. Любовь. И сколько уже построек успешно? В процессе. Первый, может быть. Угу. Ну давай, может, отрежем ленточку так. Так а как же тогда? Не поймут, где тут начало и конец. Еще не дай бог упадут в яму. Тут же высота такая. Объект открыт. Расшибутся. Объект открыт. Опасно же. Объект открыт. К посещению, так сказать. Сердечки ставят. Это зарисовка. Зарисовка. Мне кажется, на Твиче скоро будет новый какой-то контент. Это придумывание каких-то театральных сценок. Нет? Такое возможно? Ты, кстати, любишь театр? Ну так, смотря что. В Буфе мне нравилось пару представлений, но... Ни разу, кстати, там не было. Ну, в Буфе самые нормальные представления. Я не люблю, я не понимаю, мне непонятен театр, который ходит, вот эта опера. Я понимаю, что там, типа, ты, ну, не знаю, как-то там... Есть, наверное, какая-то атмосфера, какое-то понимание, но я вообще не понимаю. Мне не заходит. То есть я был на Лебедином озере, я был... Во... Что такое? Жарко просто. Сними платьишко, не мучи себя. Нет. Не мучай, не мучай. Я понимаю, что энергетика от меня идет такая. Энергетика. Я не могу ее сдерживать. Адреналин. Не могу ее сдерживать. Ну, еще одна интеграция пошла. Адреналин раш. А у меня нет, кстати. Чего нет? Не интеграция. Да. Не. Горячая, как додо пицца. Так, и что так, там по поводу... Там донат от Марка, что, скипнем его, да? У меня вообще, что у Дины в квартире все предметы секс-ха... Да, Марк! Кран для воды, как висящий хуй, какая-то штука с ножницами, рядом как яйца, стаканы висят. Да! Да, Марк, это Марк! Ты везде ищешь какие-то политические символы. А знаешь, какие... Марк, знаешь, какие... Мне... У тебя не пенисы Марк, в глазах, сейчас... Марк. Марк, я сейчас фоткаю в телеге, будет... У тебя будет... не пенисы в глазах. Марк, сейчас в телеге будут выключатели у нее. Выключатели. Достань пенисы из глаз, Марк. У нее выключатель, как соски, ребят. Кран для воды, как ты, это вы, ребята? Какая-то штука. Это вам все мерещится. Как яйца, стаканы висят, как человеческая многоножка. У нее выключатели, как соски. Дима, если ты мне покажешь хотя бы одного человека, у которого соски похожи на эти выключатели... А можно я посмотрю, что у тебя за приборы лежат? Ну, вроде ничего особенного. Это что? Это, по-моему, нож точить. По-моему, это для другого. Это кухня, Дима. Что, по-твоему, тут храним? По-моему, это для другого. Ножи точить и ножницы. Не знаю, что-то оно... Ну ты мясо отбивай! Сейчас отбиваю мясо. Что за левухи начались, то? Я аж покраснел меньше, чем... А это что? Дим? Суд идет! А это что? Это каблук, Дим. Да? Каблук, да. Это расширитель, похоже. Это каблук для выпечки. Марк, ты прав, здесь очень много вещей, которые предназначены явно не... А почему вот эта свечка не горит? Я думала, ты не готов к такой большой свечке. Ну, я думал, ты не готова к такой большой свечке. Ну, ты же в гости пришла. Почему она не горит? Ну, давай зажжем. Да ладно. Нет, нет, давай зажжем. Дай мне ее вместе с поставкой, я зажгу ее. Ну, спасибо, я тоже сама. Давай с нее капнем воском друг на друга. Давай я зажму ее ногами. Ух,
А тебе хватит сил? У тебя хорошо мышцы развиты? Ну, свечку зажать я могу. А не свечку. Что? Нужно больше пламени. Не загорается. А, Дима, Дина, расскажи, проигравшийся отжимается один раз. Ну, блин, такой. Что это за спорт-челлендж? Дина, ты знаешь реально анекдоты какие-то смешные? Мой любимый — это про медведя, который сел в машину и сгорел. Вот прям любимый. Ну-ка, расскажи. Идет как-то медведь. Стой, стой. Загадай желание и задуй. А потом еще раз зажигать. Ой, она ж разгорелась, мое желание. Задуй. Мне так нравится, как она освещает. Просто задуй, загадай желание и задуй. Я а почему писали осуждаю? Что вы осуждали? Что осу... А что, что вы осуждали? А, про медведя, который разгорелся, нормально. Видишь, как быстро она вспомнилась. Дима и Дина Ктара скажет смешнее анекдот. Проигравший отжимается раз. Так вот, ребята, запоминайте, запоминайте, используйте, используйте. Спасибо, конечно, Гарик, но мы все-таки без отжиманий. Так вот, ладно, ты не хочешь дослушивать, я понимаю. Тебе тысяча залетела! Так она еще не долетела. Диночка, ты удивляешь, конечно, я думал, ты скромняшка. Да, тут Джейсон, тут подождите, я тебе... Подождите, ребята, вот... Я тебе говорю, тут такие штуки залетают, что забейте. Подождите, подождите. Серьезно? Ребята, которые меня смотрят, не первый день думают, что я скромняшка? Что заставляет вас так думать? Диночка, в смысле, удивляешь, тот факт, конечно, что я думаю, достаточно спокойно себя в основном... Мне нравится, что дана член Димы вывезденный на бурдержах. Это нормальная тема. Член Димы вывезденный на бурдержах. Выпизденный на бурдержах. Мне кажется, ты более скромный, чем я. Выпиздины? Спасибо, конечно. Стой, суд идет! Ты что, по столу-то молотишь, а? Вы виновны. В чем? В краже сердечка? Да. Вас отправляют отбывать срок. Куда? В исправительной колонии. Я думала, это... Жесткого режима. Неплохо. У вас есть что сказать суду перед отправкой? Адрес назовите. Далеко идти не надо. Мы практически приехали. Кринч-театр. Колония жесткого режима, кстати, неплохая тема, надо запомнить. Я прям заеду сейчас тем, кто зашел на стрим только что и пытается понять, что происходит. Это еще не пришло, видишь, оно еще... Спасибо за 200. Да, Володя. Как ты откуда знаешь по первым буквам В, Володя? Может быть, это не Володя, а Витя? Не, я знаю, что это Ви, Володя, мы постоянно... Я прям завидую сейчас тем... Присоедините, кто только что зашел и вообще ничего не понимает, почему он сидит в милицейской кепке, фуражке, я сижу в строительной каске, у нас здесь пепси-кола, старого разлива, карбонат, сыр и огромная свеча у меня в руках. Подержи эту большую свечу. Ну что, поставить куда-нибудь? Ладно, вот. О, хорошо, только не опрокинь ее, ладно? Мне потеряли. Дин, ты на стройке? Ты строительница? Да. Можешь сваи вбивать? Что фундамент крепче? Ну давай, побью. Доставай сваи. Не-не-не, так мы не договаривались. А где, вот, давай, ты можешь капнуть воском на себя? Я и думаю, это нельзя. Почему? Это же воск. Ну, типа он горячий, не знаю. Воск горячий? Я видел фильмы, там капают вообще пофиг. Я не уверен, что можно на Твиче капать. Воск? Ну да. Пацаны, что в такого, что воск капать? Я просто не знаю. Типа горячий воск, боже, может горячо быть. Больно гипотетически. Ну, очень странно, конечно. Лучше не нужно. Когда сердца разбивают, не больно людям? Дима, да, в давай, интернете? Давай, это боль намного сильнее, чем жжение от воска. Дима, давай договоримся. Ты напишешь своему твич-менеджеру и спросишь, можно ли на стриме на твиче капать горячим воском на кожу. И в следующий раз, когда я буду у тебя в гостях, я тебе тогда покапаю, если можно. О, можно сделать стрим просто весь воски, чтобы всего закапать воском и потом встать.
О, и останется. Это как гипсовая статуя такая будет. Да, кстати, да. Это имба. Ой, это круто. Всего закапать воском. Куча свечек и закапать воском. Да, и можно будет эту статую потом оставить в комнате. Но только лицо надо будет закрыть как-то, чтобы лицо. Угу. Лицо, потому что неприятно будет. А тогда, офигеть, тема имба. Не, что потом не отмоемся. Не-не-не, это не так работает. Что, воск же сразу высыхает, он становится как форма. Не, можно не на голое тело, можно просто полиэтиленкой типа замотаться и это, и накапать. Да даже если на голое, он ссыпается потом. Я могу предположить, в смысле, я не знаю, я просто предположу. Ты пробовала? Спалилась. Вот, ребята, подвел разговор, так сказать, сразу. Ох, вывел на чистую воду. Жук, на чистый воск. Разогналась, что сюда, капнет там всем. Так, Дина, почему ты не палишь свою попу, она же сочная? Вопрос от Гарика. Зачем? Человек 200 рублей потратил. А почему ты не палишь свою попу, она тоже сочная? Ну, Дина, почему ты не палишь свою попу, она же сочная? Я не девушка, у меня пацаны смотрят в основном. И никто из них не просил мою жопу. Подожди, слава богу. Исходя из твоей логики, меня в основном смотрят девушки, и они хотят увидеть мою попу? Нет, тебя тоже смотрят пацаны, и им-то как раз было бы интересно посмотреть. Провести, так сказать, инспекцию. Но моя попа, это ведь... А у тебя ни одного нюдиса не было в телеге? В телеге нюдиса. В моей? Ты имеешь в виду в моем телеграм-канале? Ну, конечно. Нет. Нет, стоп, я показывала попу, точно. Нет, ты показывала попу огурца, это не то. А сделай какую-нибудь фотосессию себе нюдискую. Ну поворачивайся, ладно, давай. Нет, свою, нет, твою? Куда, мою-то куда. Я бы твою выложила. Зачем, кому моя-то нужна? Не знаю, я еще не в форме, я еще не в форме. Куда ты копилку снимаешь? Вот, смотри. Я закрыл вовремя. Ну все равно тут кое-что видно. О. Все, я выкладываю попу. Блин, что это? Меня же не забанят в Телеграме за это. Все полетело. Полетело в Телеграм-канал Дина Блинчик, между прочим. Я хочу узнать, насколько близко я смогу к огню поднести лицо. Нельзя так делать? А если ты загоришься, Дим? У тебя брови будут опаленные. Ой, привет, инсайдер. Я что, бумага, что ли, загораться? О, боже, инсайдер. Ваня, пожалуйста, ну... А где Иван? Он в чате. А что пишет? Он пишет, ну может потрахнитесь там еще. Иван приезжает, тут вообще замутим нормальную движуху. Ваня, пожалуйста, не ревнуй. Мы с Димой друзья. А вы встречаетесь, да, с вами? Ребята вроде взрослые. А Ваня у тебя ночевал когда-нибудь? Что такого, медляк, потанцевать? А, так, очень ребята просим, вроде взрослые люди, чем? Что такое медляк, потанцевать? Очень просим. Джентльмена, да я бы рискнула попробовать. Дина, ты от вопроса-то не уходи. Да нет, не ночевал. Ваня есть где жить в Санкт-Петербурге, когда он приезжает. Вот он, кстати, в декабре тоже. Например, на гостевой кушетке. Нет. А что за слезы? Да элементарно в купальнике фото, Дина. А у тебя нету в купальнике фото? У меня в Инстаграме у меня есть фото в купальнике. Сижу на стриме, сам не понимаю, почему Дина до сих пор не в Дине. А Дима до сих пор не в Дине. Зачем ты это не показываешь? Зачем ты это пускаешь на стриме? Да элементарно. В купальнике фото. Ну вот такой. Мы устали. Ребята, кто недавно пришел, плюсаните, просто. Не все видели, наверное, кушетку Денину. Я все-таки перед уходом я бы все равно ее показал. Хотя перед каким уходом, чтобы лет. Утром сниму, да, утром. Ребята, если что, сижу на сне с самого начала и не понимаю, почему Дима до сих пор не в Дине. Он же выбрал эту озвучку. Спасибо вам, конечно. А что если за щелку на кадык прицепить? Будет больно, наверное. Но у тебя там есть жировая прослойка, она помогает, да? Это в хорошем смысле, не в плохом. Так вот, я знаю, что у меня был клип, где я говорила, что мы с Ваней Инсайдером вместе. Но это не так, это была шутка. Шутка? В каждой шутке есть доля правды. Дима. Ваня, ты в чате, инсайдер? Почему тогда при свечах, если вы друзья? А тут свет выключили просто. Вот же он включен. Видишь, выключен? А тот, потуши-ка, ну-ка. Хочется посидеть в темноте и послушать шум огня. У тебя нет такого.
камин, да? Послушайте огонь. Что ты сделала? Это был мой друг. Я с ним уже почти наладил контакт. Ладно, зажигайся, это так плохо видно теперь. Точно? Ух, как он сразу возродился, так сказать, из небытия. О, полите, комнату видно. Вон там чемодан с аксессуарами. Дина, ты можешь уменьшить кушетку? Ну, не видно просто, она очень большая. Или у тебя объектив такой? У тебя не будет обзора? Это максимально удаление сейчас. Она просто близко. А, ребят, сразу, да, вот фильмы вспоминаются. А есть еще, кстати, есть фейк-отель, а есть еще, где кастинг челов проводится, типа. Ай, что упало? Выключи свет, не дрощабры же. А че, Ваня? Хостел, фейк-хостел, ну что-то такое, я не помню, как он называется, да. Подожди, хостел, там же людей убивали, Дим. Нет, это фейк, это не тот хостел. Диман, встань на стул и натри морковь Дине на лицо. У тебя есть морковка, Дим? У меня есть огурец. Стой, не надо мне тереть морковь на лицо. Давай огурец потру. Не надо мне ничего на лицо. Огурец просто. Давай ты ручки подставишь, а я натру огурец. Нет, не надо. Руки поставишь? Да нет. Да это норма. Давай я тебя так натру. Чем ты тереть-то будешь? У тебя терки. У тебя нет терки. Должна быть. Давай огурец ты руки, а я огурец натру. Нет, давай наоборот. Да ну как это не работает наоборот, Дина? Это очень даже работает. Ну давай, ну подожди, у тебя есть огурец реально? Что, Купидон, что ты творишь? А есть терка? Ё-моё! Огурцы, они небольшие. Корнишоны. Ой, как это божественно было. Ну, нормально, в принципе. Ну да, нормально. А есть терка? Сейчас найду. Должна быть. Ну как, пацаны? Для кого-то, в принципе, наверное, это ин. Ну, такое. Такое. Бурури. Ого. Ты не хочешь его помыть? Дай помой огурец. Зачем? Ты есть собралась, что ли? Не, все равно, ну не надо прятать огурец по терке. Дай помой огурец. Так, он, дай помой твой огурец, дай. Блин! Еще одна сцена. Крич-театр, ё! Подставляй ручки. Нет, я буду тереть. Да как? Это так не работает. Нет, я, давай. Все, все меняется, все работает. Дай сюда. Я буду вынужден использовать наручники. Вы не подчинитесь требованиям. Я сама их использую. Стой, ну дай, ну вот, ручку поставь просто. Я один раз тирану. Я просто верхний. Нет, все равно. Один верхний, вот я большими кусочками. Давай. Так, господи, вот. Ты мусоришь. А это должно быть как-то. Как это должно быть вообще? Как это должно, по-твоему, быть? Ну, как-то как так. Это задумывалось? Что-то типа такого, ребят? Я что-то не понял. Кстати, я не особо не намусорил. Кстати, вкусно пахнет. Огурцом. Куда ты мне? Что? Лицо это? Ты же сам теперь понюхай его. Нет. Ой, ты как завоняло здесь жестко. В смысле, огурцы свежие просто пахнут. Ой-ой-ой. Знаешь, я только что ощутила. Ой-ой-ой-ой-ой. Я только что ощутила настоящий кринж. Да? Почему? Кринжа нет, Дим. А что это тогда я ощутила? На лицо? Ты дурак! А что, огурец? Давай салатик на лицо сразу сделать, может, салат на лицо. Ну а куда? Дина, лицо у меня кофта! На лицо просили! У меня кофта Балентьяго! И что, это огурец? Кофта, если она зеленая, то не значит, что она не испачкается. Улик, сукапа, приди. Жесть, все вокруг огурца. Вам-то Балентьяго? Нет. Мне же нужно было как-то воздействовать психологически в момент. Хочу посмотреть на сочную попу Никса. Нормально, красота, братан. Кстати.
Дайте... А вы же сделали клип и назвали его Ликсу, натерли прямо на голову? Прищепку на сиську. На сисю. Дайте еще раз камень, ножницы, бумага, проигравший прищепку на сиську. Вот это уже серьезная игра, брат, она вот это понимает. А где? Сейчас я уберу, просто чтобы не насыпали на грязь. Да я уже убрал его под стол где-то. Да на паркет не надо. Да уже на паркете давно. Да не надо на паркет. Почему? Ну в смысле, нужен паркет. Под столиком вот там вот еще есть. Давай сам дотянешься. Не, мне никак, я на шарике сижу. Тогда встань, отойди. Ну я вот так встану так. Тут много места, ты можешь нормально нагнуть. Да знаешь, пускай полежит на паркете, я что-то передумал. Нет, ну там на самом деле лучше убрать, потому что он... Вот там вот я сдвинул, он мокрый вообще. Серьезно, здесь неудобно сидеть, Дима. Да ничего, потерпишь. Ну ладно, паркет. Твой фильм. Проигравший камень, ножницы, бумага, носить в голову. Сейчас. Чего? Спасибо, Гарик. Давайте еще раз камень, ножницы, бумага, проигравший. Дима, а если Гарик в следующем донате скажет, проигравший трахается, то что? Ну, в принципе... Могу сказать одно, что неважно, выигрыш или проигрыш будет. Дима, знаешь? Можно тогда и не играть, в принципе, согласиться. В какой-то момент важно взять судьбу в свои руки. И не быть ведомым Гариком. Согласен. И камнем, ножницами и бумагой. Не быть камнем. Главное, не будьте камнями, ребят. Это, кстати, идет очень. Спасибо, я, пожалуй, устроюсь работать в полицию. Хочешь, тебе такой подарю? Отдел по отлову. По отлову, точка, это... Рыбалка просто занимается. Так, а сколько у нас уже? 22:40? Отдел по поиску кисок. 22:40. Как думаешь, Дим, тебе... Ну, я скоро, наверное, уже спать хочу ложиться, да. Ну вот, наверное. Ты думаешь, скоро, ехать пора? Не-не-не, так ты кушетку гостевую расстилай, да и все. Подушка мне не нужна, в принципе, я люблю на жестком спать. Душ есть, полотенце есть? Помогите, чат! Выгоняй библиотумб. Выгоняй? А что? В смысле выгоняй? Что там? Лик загадывает часы, если Дина не угадывает, то он шлепает легонько по попе. Я согласен, я загадал. Я не согласна. Давай, загадал. Ну я загадал, попробуй. Ты хоть попробуй, у тебя шансы велики угадать. 69. Нет. 132 было число. Я приклеена к стулу. Конкурс. Ты же загадывай число. Попробуй передать яблоко изо рта в рот, не касаясь руками. Ну, если откажется, то хотя бы... Блин, жаль, у меня яблок нет. Ой, ребята, вот как же не повезло-то. Яблоко. Попробуй передать яблоко. Дмитрий, а где ваша палочка полицейского? Ну, я пока не вижу... Пока нету. Попробуйте передать яблоко из рта в рот, не касаясь его руками. Пока нет той ситуации, в которой бы я ее применил, но она наготове. Знаешь, Дима, я сейчас себя чувствую, как будто. Как будто мы подростки, которые играют до желания, вот это вот все в карты на раздевание и прочее, ну да, прочее. Да, как так и есть. Как будто мы отростки. Да какие отростки? А ты что сказала? Подростки. А, подростки? Да. И вроде неловко, вроде awkward flash, вот это вот все. А другие ребята, которые рядом сидят, так типа, да давай, что ты стесняешься? Дима, а можешь попрыгать на шарике, я просто посижу? Да что такое? Просто. Что-то он слишком теплый. Ну, он нагрелся. Ты устал сидеть на шарике? Да, просто попрыгай на нем. Ты со временем просто учишься ловить баланс, это так устроено. Ну, вот поймай баланс, тебе пригодится так это вот... сегодня. Так я на шаре только во время стрима сижу. А ты думаешь, я потом буду на нем сидеть? Ну потом уже на шаре-то и не надо будет. Так, палочка у нас. А, палочка еще не прошла. Палочка? Какая палочка? Откат, в смысле откат? Все нормально, ребят, все под контролем. Я уже пару закинул своих коронных притягательных вещей. Дима, вот скажи я честно, бы еще съел один твои коронные притягательные вещи, они хоть раз срабатывали? Нет. Да вы том и соль!
когда-нибудь они не сработают. Да как? Это не работает, Дима. Ну вот эта тема с желанием, она же охеренная. Ты чат обучаешь, они тоже будут это пробовать, а оно не работает. Да работает это все. Подожди, там Арина про Диму и Диму. Хотя и дело не в кушетке. О, норм. Можно просто... Мне нравится, как ты закрыл звездочкой А в слове потрахаться. Так, что там Арина говорит? Дина моет огурец. А мы так его и не помыли в итоге. Посмотрим сейчас, что там Ариночек сказала. Ну-ка. Фига у тебя сцен. Так. Арина про Диму и Дину. Сейчас. Что такое? Упал сыр на... Да у тебя... Дима, блин. Так. Слушаем. Трица не охуенно. Но вторая пара по сочетанию и смотрибельности вместе это, блядь, Дима Ликс и Дина Блин. Вот просто, спасибо, ну просто они идеально. Они просто, я сегодня да, смотрела их стрим, они вот, не знаю, вот ты на них смотришь, и ты веришь в любовь. Вот да. Просто вот, ну, вот ты на них смотрится, они охуенно. Да блин! Аришка. Но вторая пара... Да! Аринчик, ну, спасибо, конечно, на добром слове, но мы же с Димой товарищ, мы делаем для вас контент, это самое, вы чё там... Контент? Чат не листается. Что? Я не понимаю, что тебя так неприятно поразило? Это все же контент и делает? Не делай вид, что... Про вибратор. Дима, ты опять хочешь меня плохой выставить? Снова я напиваюсь! Снова говорю пока! Поручик. Неплохо, кстати, вовремя трек шло. Там же примерно такая же, наверное, ситуация, нет? Допроси про вибратор. Да что допрашивай, господи, у всех есть вибратор. Ну что за детские какие-то вопросы, а? Я не понимаю. Снова я... Да нет, второй раз так не работает. Где салфетки? Так, перерыв на ужин закончился. Встаем и продолжаем съемку. Камера. Мотор. Начали. О, а у меня знаешь, что есть? У меня есть вот этот. Что это? Ну, для съемки. Хлопушка. Да? Угу. Ну, она пригодится. Да? Ну, разворачивай, что погнали. Давай начало снимем просто, я камеру направлю. Хлопушка будет. Сейчас хлопушку найду. И ты будешь заходить, как я говорил. А потом садишься и будет интервью, а дальше потом уже... Потому... Нет, давай ты садишься, наоборот. Не-не-не, Дина, там не так. Дина, так не работает! Не-не-не-не-не-не-не. Дина, поверь мне, я знаю, как это делается. Дин, садись. Садись. Дай покушать. Я не нашла ее. Садись на диван. Дмитрий, лезь на диван. Подожди. Ребят, что-то заранее пошло не по плану, актриса вжилась в образ. А дай парик на секунду. У меня другой есть, хочешь? Дай другой, нормальный. В смысле нормальный? Это нормальный. Да, конечно. Что ты вниз так нахуй? Дина, можешь? У тебя точно ты не находишь хлопушку? Блин, я не нашла. Мне просто берет всего. Мне нужна хлопушка. Блин, я не могу найти. Сейчас я гляну, что на месте.
Дмитрий набивается и говорит пока. Ой, я нашла! Почему-то смешно стало. Дина, мне хлопушка нужна, потому что я съемки не могу начать, и, возможно, придется искать другую актрису, если... Что это? Это тебе на голову. А что ты мне дала? Это парик. Он новый? Я надевала. Почему он в сетке какой-то? Так парики хранят. Нормально. Подожди, надо посмотреть. О! Я это, тема-бой какой-то. Сейчас. С вами малышка Иксань. Здравствуйте. Ну, привет, Иксань. Меня пригласили на съем. Да, а Дима, добрый полицейский, больше свадебных конкурсов на СМЕ. Просто оставайся здесь, подожди, все, оставайся. Я займусь съемками, все. Нет, давай ты. Нет, Дина, нет, ты. Я не слышу. Эти фильмы снимаются исключительно мужчинами для мужчин. Девушка здесь не может. Сексизм, Дима, это сексизм. Нет, именно эти фильмы снимаются порно, снимаются мужчинами для мужчин. Это известный факт. Поэтому в данном случае. Смотри, ты вот отсюда выходишь, и типа такая, сексист. Ну, можно зайти? Я говорю, да. И дубль начинается. Давай. Нет, наоборот, ты приходишь, понимаешь, это новый кастинг. Это мощное нововведение, это прорыв в индустрии. А есть что писать здесь? Блин, я 4 часа буду руки искать. Ну, дай что-нибудь писать. Пальцем ну, я не могу пальцем. Ё-моё. Ну, это важно, а как я потом? У меня столько дублей каждый день. У меня много дублей каждый день. Пацаны, просто я сейчас не напишу, я потом, ну, запарюсь искать, какая что сцена. Все слышно, норм, отлично. Мне мама всегда говорила не брать в руки и тем более не есть огурцы из холодильника, как у девушки. Не знаю, что она имела в виду, но я стараюсь соблюдать это правило. Спасибо за 200. А Дима добрый, больше свадебных конкурсов на стриме. Нашла милок? На удивление, да. Не вылезай, чат! Да, мне достаточно. Так, ребят, сейчас. Дин, ты пока... А что, о чем сейчас думают люди, которые вот прямо в эту минуту заходят на стрим, они видят диван с наручниками и игрушечным пистолетом. Я пока буду все. Тебе, пожалуйста, нужно вот оттуда дойти. Да, я с цветами. Театр Гринжа! Ты что ты там пишешь? Итак, Дим. Сцена 1. Дата 14 ноября. Первый. Промни. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля. Присаживайся. Я буду стоять. Как тебя зовут, малышка? А чего это вы меня малышкой называете? Хорошо, как тебя зовут? Меня зовут Дмитрий. Угу. И давно вы взяли мужское имя себе? Я Дмитрий Ликс. Понятно. Что-нибудь слышали ранее об этой индустрии? Индустрия стриминга? Да, я, собственно... Взяла себе псевдоним в честь моего любимого стримера Дмитрия Ликса. Расслабься, не волнуйся здесь. А что, товарищ кастингатор, что тут? Меня Пьер зовут, просто положите это назад. Ну, это не нужно сейчас. Скажите, был ли до этого опыт в съемках какой-то? Нет. Не было, да? Не против, если сегодня мы просто попробуем, оценим формы, посмотрим какие-то... Ракурсы интересные. Ну, возможно, можно и так жарить скорее. Мастер стриминг Биг Диван. То есть это
Petite Russian Streamer with Step Sister Streaming Big Diva. Это курсы кулинарного мастерства, правильно? Да. Можешь снять платьишко, повернуться перед передом? Да, конечно. Ну ладно, не будем спешить. Что ожидаете от съемок, от карьеры этой? Оскара. Уважаемый, уважаемый кастингатор, понимаете, дело в том, что я очень серьезно к этому готовилась. Я прошла курсы, заплатила за них 25к. Угу. Ну хорошо, это в принципе не так важно. Готовы ли делать Deep Throat? Что? Deep Throat. Какие дороги? Deep Throat. А что это такое? Глубокое поедание. Нет, спасибо. Диета. Угу. Глотать? Глотать готовы? Да и куда я вообще пришла? На кастинг. Да что это такое? Я 25к потратила не для этого! Тихо. Все хорошо. Take it easy, babe, take it easy. Идите сами на... Take it easy. Проходите вы на диване. Ёбаный, отмена курсов. Отмена кастинга. Сейчас сцена один пошла. Все. Съемок не будет, менты пришли. Осуждаю, если что. Так, я соперну. Как оказывается сложно быть Дмитрием Ликсом? Как сложно быть порномоделью? Он стреляет? У меня нет патронов. Жарко опять стало. Дима, да. Куда ты его засовываешь? Можешь достать его из моего кармана? Это не карман. Ну, из ремня. Нет, тебе идет, пускай так будет. Ну, достань. Нет. Ну вот, типа, я иду, и тебе надо выхватить пистолет, потому что ты не знаешь меня, и мало ли что может быть. Я тебе доверяю. Я, типа, случайно так встаю. Ты выглядишь как джентльмен. Ну, я случайно так встаю. Давай, доставай. Он стреляет холостыми? Боевыми. Не похоже. А почему кончик оранжевый? Хочешь пострелять? Я пацифист. Подержать. Я все еще пацифист. Просто оценить прохладу стали. Здесь очень жарко. Чат, и вот это тоже не работает, если что. Вы мотаете это все на уст, а оно не работает. И в итоге он сам его вытаскивает, понимаете? С этим оранжевым кончиком. А! Ты что дерешься? Ой, я вот так вот. Ой, я думал. Что ты там? Пью-пью. О, блин, в крике очень жарко стало. А что там писать? Джентльмен? Полицейский Дмитрий. Да прошу. Чат, что вы думаете о кринж-театре? Как насчет гастролей? Кринж-театр? Окей, стал полицейский, спрашивает бедную девушку, ей грозит арест. Девушка готова на все, чтобы ее отпустить. Дима, ну я тебя тоже хочу показать. А, кстати, прикольная тема, просить от чата идеи какие-то и делать такие сценки в ТикТоке. Сцена. Полицейский Дмитрий кратко допрашивает бедную девушку. Это прикольно. Ей грозит, кстати, арест. Дима, девушка готова на все, чтобы что? Ее отпустили. Ее допрашивать будешь? Ну, немножко. Тогда ты смотрела хоть раз Пьера Вудмана, чтобы допрашивать меня в стиле Пьера Вудмана? Ой, я смотрела другие. Что это за чубчик какой-то непонятный? Это парик с короткими волосами. Ну тебе же хорошо. Ты такой, ой, хоба. Так я на магу сейчас похож буду. Приехал покорять Москву. Файт скил. Давай. Это скирмиш сейчас будет, скирмиш. Ивангай. Ивангай. Только брюнет. А куда ты засунул? Алексанити. Малышка Алексанити. Давай, приехал покорять Москву. Давай, ты такой припрыжку сейчас будешь забегать. А закрой дверь в стримерскую. Что? У тебя сумка Яндекс.Еды? Да. Что? А что ты? Можно ее взять? Она не пустая, там стримерская. А можно я?
Можно, да. Давай, давай его, все, типа, ты еду заказала. Сет 1, дубль 1. Малышка Ликси приехала покорять Москву. Проходи, проходи. О, вот и моя еда подъехала. Да подожди, стой, стой. Не спеши. Присядь, отдохни. Садись. Стой, сфотографируй. Все, можно забирать. Стой, присядь, отдохни. Ты, наверное, запыхался. Не спеши, садись на кушетку, переведи дух. Заказ, давай, следующий заказ. Переведи дух, сядь, сядь. Сядь. Я сейчас в милицию позвоню. Малышка, идите, садитесь. Я еду заказать, что вы, девушка? Отдайте мне сумку. Садись. Ай! А что так жестко? А ты думал? Ай! А ты думал, Москва, значит, такая. Малышка Ликси, расскажите, как вы попали сюда? Как вы устроились? Я приехал, нужна была работа. Вы были согласны на все? Я был согласен на Яндекс.Еду. А больше? А больше мне не взяли. Пока что не взяли. То есть какие-то предложения? Очень может быть. Малышка Ликси... Я смотрела Вудмана, Дина. Вудман, я же тебе говорю, Вудмана конкретно не смотрела. Ну просто то, что ты сейчас говоришь, я не видел ни в одном кастинге. Это мой личный кастинг, это кастинг, блин. Не перебивай. Да, сиди. Скажи мне, что в твоей сумочке? Твоя еда, я работаю в Яндекс.Еде. Да блин, Дима, ну... Ликс, подыгрывай, ё-моё. Я еду вам принес, куда подыгрывать? Хот-доги? Вы мне заплатите? Да ё-моё! Я что, бесплатно, что ли, буду работать? Малышка Ликси, перестань! Там хот-доги и булочки? Да, хот-доги и булочки. Вот, уже лучше! Хот-дог и хот-дог. Но они не ваши, они другого клиента, который ждет сейчас. И много у тебя таких клиентов за день, Ликси? Довольно много, чтобы решать, кому, у кого я останусь, а у кого нет. И у кого ты оставался вчера? Скажи мне, как на духу. К этому виду. Это говно. Это говно в виде бумеранга. И хочу вам сказать, что говно возвращается. Не зря вот оно в таком виде. А зачем вы... Ой, я порвал говно. Ты сломал мою какашку. Я сломал говно. Я реально сломал. Я сломал говно случайно. Он реально его сломал. Так, малышка Ликси, выметайтесь отсюда. Какого черта вы сломали мою какашку? Я о чем, про что и говорю. Ноль! И 10% скидку пускай мне на следующий заказ дают. В плите жарко. Конечно, я тебе говорю, в плите жарко. Ты мне какашку сломал. Да в смысле сломал? Дин, что ты уже стонешь? Ты еще рано. Ребят, что по кринжу примерно? Там от 1 до 10 можно информацию дать? 10. Я тоже где-то на этом уровне сейчас был. Ну как мы старались? Я только что понял, что ты ни одного кастинга не смотрел, один. Я смотрю, да они так сразу трахаются, что там смотреть? Они не сразу трахаются. Я знаю, 40-минутный кастинг, 25 минут общения идет. Это важное знакомство. То есть нельзя просто взять, прийти человека и трахнуть. Ну можно как бы, но нельзя. О, ноль кринжа, говорят. Ноль кринжа. Понимаешь? Кринжа не существует, они это почувствовали. Хотя нет, подожди, это кринж-театр. Вот, Зина, скажи, вот я сейчас, вот я сомневаюсь, что ты смотрел кастинги. Кастинги никто не проматывает. В
кастингах это и прикольно, что приходит девочка, ее спрашивают, что она любит, какие его предпочтения. Пацаны, кто проматывает кастинги? Плюсаните, вот именно кастинги. Да они ее спрашивают, а потом... Кто проматывает? Я уверен, таких нету. Плюсаните, кто проматывает. Да никто не проматывает кастинги. Да они проматывают, видишь? Да не проматывают, именно кастинги никто не проматывает. Вот они плюсуют. Дина, кастинги смотрят от А до Я, потому что там важная информация. От А до Я смотрит букварь, Дима. Ну как можно спорить с этим человеком? Видишь, они плюсуют. Я не смотрел. И не смотри лучше. А то вдруг понравится, пойдешь на кастинг еще. Проводить. Что проводить? Кастинги. Не, проводить я бы хотел, кстати, провести на кастинг. Ну, блин, это прикольно. Ну, я бы нет, я бы хотел не участвовать, а я бы хотел смотреть, как участвуют. То есть, ку... Что? Нет, я с незнакомой мне вообще все равно было бы. Ну, я же один раз уже видел, как это происходит, но... Я бы хотел еще раз посмотреть. Ты видел кастинг? Не, я видел не кастинг, я видел как... Короче, мы вдвоем сидели на подоконнике, а друг наш сексом занимался. А ты с кем сидел? С другом. Ну, нас трое было, типа, и он один занимался. То есть ты проводил время с другим парнем, пока твой друг... Мы сидели на подоконнике и смотрели, как хорошо умеет трахаться наш друг. А вы переглядывались? Что вы при этом чувствовали? Честно, ничего не чувствовал, ржали, сидели. Но это смешно было довольно. Смешно? Да. Что в этом смешного? Ну, со стороны это очень смешно. Когда люди трахаются, это смешно? Со стороны, то да. То есть, а как ты смотришь порно тогда, если тебе смешно? Смеюсь и дрочу. Что одно другому не мешает. Поэтому я такой позитивный. Плюсаните, кто так же, как Дима Ликс. Главное, что мне нравится. Сейчас, кстати, подпишитесь на этого веселого дручуна в инстаграме. Инстаграм у него Дима, нижний подчеркнут. Старость, просто старость. Нет, инстаграм, я говорю. А, инстаграм, Дима, нижний подчеркнут, LI2XA. Да, там, я думаю, что большинство знает, на самом деле. Большинство мало ли кто не знает. Тут у тебя сложно, у тебя повсюду разное количество иксов. Ну, их минимум 2, максимум 5, я могу так сказать. 5? Это где у тебя 5? 5 иксов в ВК, по-моему, у меня 5 иксов. Нифига себе. Да. У меня просто Дина, блин, везде, очень легко. Главное не гуглить ликс. Да, там выглядит то, что меня недавно вырезало. То кто-то чью-то маму может увидеть, там, я не знаю, чью, конечно, но может. Да-да-да. Так, ну, на самом деле, уже 11 вечера, я думаю, мы... Да, и я что-то уже спать хочу. Да-да, мы, наверное, будем как-то вот ну, закругляться. Ты пока душит там все дела, там, да, завернись полотенчик. Не, ну, я-то пойду в душ, а ты, наверное, такси будешь вызывать? А ты нахуй, да? Нормально. Ну и что, я иду в душ, а ты нахуй, да, договорились. Звучит неплохо, блядь, согласен, погнали. Не хотел, чтобы ты так прозвучал. Ну ты это подразумевала, ребят. Вот такие вот дела, ребят. Жалко, Павси, кончилось. Вот сейчас, смотри, две спички лежит. Если их облизать, они будут соленые. Нет, одна почти догоревшая. Так. Старая спичка. А это другая... А, ой, извини, пожалуйста. Прости, Дима, я больше не буду, прости. Всю метафору испортил. А ты умеешь спички вот так вот делать? Волосы? Нет? Нет. Не умеешь? Ты хочешь по... Ай! Дима! А-а-а! Да блин! На паркет. Чат, спасибо, ну, в принципе, я могу нахуй идти уже, да? Не говори так, мы с тобой сейчас чаю попьем. Чаю? Ну, ничего, все потеряно, ребят. Ага. Просто зубами держусь, зубами за стол держусь. Дима. Что? Как тебе мне в гостях? Мне понравилось. Правда? Да, я бы еще пришел. Как тебе плетка? Дина, шлепала кого-нибудь? Вот этой плеткой тебя шлепали, честно? Честно. Нет, просто скажи. Меня? Да. Нет. Ты? А это секретик. Когда ты говоришь секретик, это можно сказать просто да, Дина. Нет, секретик означает, что я не даю... Нет, секретик, нет, это секретик означает... значит, что я не даю ответ. И это кстати, ну, смотри, давай легитимная штука, это для лошадок. Давай, да, смотри, давай логично просто. Это если... дает простор нет. для размышлений. Смотри, если бы ты не шлепал, ты просто сказала нет и не нет, дай сюда, смотри. Да, тебя? Нет, по голому телу, по голой заднице. Дай, дай. Вот по голому. Нет, по голой заднице. Шлепал? Это секретик. Это для лошадок, если что. Угу. А!
Ни хрена на себе! Так зачем ты это делал? Ему не больно, если что. Конечно, не больно. Просто немножко крови выступило. Это неправда, это шутка. Ну, подошла к коже, тут красная полоса теперь. Зато у тебя полоса жизни стала длиннее. Спасибо за стрим. Вы крутые, за вами интересно наблюдать. Это не донат, это же ресап. Кунидингуса? Нет, это Still Young Guy. Все еще молодой парень, вот он. А. Спасибо большое. Ребята, мы стараемся для вас. Раз вас радовать и немножко кринжевать. Кринжа нету, Дина. Не кринжевать, это не кринж-театр, ребята. Ну, смотри, Дима, я рада, что ты наконец-то приехал ко мне в гости, а то все у тебя были какие-то... На самом деле, Чат, чтобы вы знали, я Диму приглашала к себе в гости, знаете, еще когда? Ну, потому что я ломаюсь. Еще в марте, понимаете? Ну, Дина, еще в марте. А что ты думала? Ты типа такой, хоп, ну-ка приезжай, давай кабанчика метни сюда, и здесь там шуры-муры. Я ломаюсь? Ожидается ветер с порывами до 0 метров /S. Дождь почти год ты ехал ко мне. Меня надо завоевать. В случае не выходить из дома. Дима, там пишут, что с 11 начнется ветер с порывами до 90 метров в секунду. Ой-ой-ой. А может тебе лучше не выходить? Скорее всего, я останусь, наверное. Да. Наверное, лучше тебе остаться. Все-таки это МЧС уведомляет. Блин, а до чего они дошли? Смотри, раньше они просто смс-ку прислали, а теперь они донат шлют. Это они так заботятся о нас? Угу. Получается, оставаться надо. Спасибо, МЧС. Ну, я же не... А там примерно до утра это все будет, да? Да, до 10 утра. Как раз к стриму приеду своему. Я же не выгоню тебя из дома. Согласен. Это ты хотел услышать, да? Сам по словам отправил донат. С курьером Яндекс.Еды то же самое примерно было. Это секретик. Дина, а откуда у тебя сумка Яндекс.Еды взялась? Скажи мне, просто интересно. Тебе честно или пошутить? Нет, скажи честно, потому что я уверен, что это будет звучать как шутка. Честно? Да. Ну... Мой бывший работал в Яндекс.Еде, когда мы расставались, мы таким образом поделили имущество. Мы же без шуточек договорились. Ты серьезно? Это правда сейчас? Там еще еда оставалась в сумке. А что, он еду не успел привезти вовремя, что разошлись? Опоздал чутка? Или кофе пролил? Пролил кофе, все, минус килл сразу. Пиздец, не повезло бедолаге. Да, он еще огурцы не строгал на кухне. На самом деле я участвовала просто в интеграции одной Яндекса на другом Твич-канале. И... На каком другом Твич-канале? На ДТФ. Они меня приглашали, там у них была интеграция от Яндекса. И что, они тебе сумку дали? Сумка была призом. Они до этого готовили из различных ингредиентов, которые чат выбирал, всякие яства, а мы потом вслепую, закрытыми глазами должны были пробовать и угадать ингредиент. Я победила, можно... и мне подарили... Это значит, можно делать стрим Яндекс.Еду разносить, да? Притворяться курьером? Ну, теоретически, но звучит не очень законно. Почему? Подожди, Дим, не шевелись. Закрой глаз. Ай! Нет, закрой, подожди, закрой. Так что ты хочешь? У тебя там волосинка торчит, я хочу из брови выйти. Это... Тихо. Это ресница. Нет. Во. Видишь, это на счастье. На твое или на мое? На твое. Так твое. Отдай мне, что ты ее схватил. Обратно можешь прилепить. В карман положу. Правда, положу. Я дернул. Ну, мне кажется, история с парнем была лучше. Каким? Так что, это фейк про парня? А вот думай теперь, какая из этих двух историй правда? Что ты думаете? Под 11-то интрижки-то какие-то закидывать стала? Ну вот стала, да. Да, тут МЧС, понимаете ли, пишут. Дима, если хочешь Дину... О, можно подарки. Можно подарки произносить, слышишь? Фу. Задулась что-то. Смеялся случайно. Угу. Что пишут мне? Оставь его, Дина. Оставь его. В смысле, не трогать? Я не трогаю его. Вы это имеете в виду, Боб? Оставь меня. Я не трогаю. Я оставила и не трогаю. Снова я напиваюсь! Снова говорю пока! Что вот, там? Так вот, он должен был приехать еще в марте, но он вот сколько ломался. Представляете, почти целый год. Не сломался, ребят. Не сломался. Сцена из сказки «Колобок». Дина Колобок. Дима Лиса. Ты лиса, получается? Сцена, ты хочешь меня съесть? Сцена из сказки «Колобок». Ты колобок, катись отсюда, да? Нормально. А сейчас стендапчик пошел неплохой. Ты скребли по сусекам, получается. Дима, скреб ли кто-то по твоим сусекам? Я могу скребли. В последнее время. По сусекам? Да. Я скреб по сусекам. Справедливо. Давай сыграем в колобка. Дмитрий, сделали все, как договаривались, мед и правда был вкусный. Ты всех медом подкупаешь? А кто это был? МЧС. Да, мед.
Все красиво. Спасибо, спасибо, ребята. Сделали все, как договаривались. Вы, как говорится, на страже был безопасности нашей. Медляк оставим на будущее, чат, но не все же сразу. Медляк на танцевальном стриме нужно делать. Это первая наша встреча. Ну просто, когда я танцую медляк, я сосусь обычно. А это, сами понимаете, в рамках свеча нереально. Че? Ну вот. В общем, мы будем закругляться. Да. Дима Ликс, соцсети... Вы знаете, там, соответственно... Ребят, кто, сейчас в телегу фоточка Дины залетит. Телега у него «Старость» называется. Моя телега «Блин», и там я уже выложила Димину попу. Сейчас будет Динина фотка там, ребят, в телеге. Угу. А ты сможешь как-то встать в ракурсе интересным? Я сфоткаю тебя. Это в каком? В любом. Сфоткай, знаешь, что? Ее сфотка. Нет. Они будут думать, что это я. Нет. Ну, мне нужно что-то, примерно, ты видела монстроя, даже всю эту телегу? Примерно в таком формате мне надо. Что? Я бы сейчас пошутила, но не буду. Что? Не, ну фотографии, правда, неплохие были. Вот и иди к своему монстрою, понятно? Уходишь. Уходишь. А скажи вот злым голосом, можешь? Кого? Каким голосом? Злым голосом сказать уходишь. Голосом злого? Нет, злым голосом. Уходишь. Это строгий, это не злой голос, Дина. Уходишь, сука! Ну как? Ебать, ты что, с ума сошла, что ли? Ребят, все, понесло. Пепси подействовала. И эклер тоже туда вместе ультанула. Ульта пошла. Мана накопилась. Буду сейчас... Что ты сейчас делала со свечкой? Я протерла ее. Ты все вот так протираешь? Да просто так пальцы расположились. Интересно. Дим, когда мы на тобой поженимся? В процессе. Мне еще ролик снять сегодня надо. А давай мы на диване тебе можем ролик снять, кстати. Я еще не знаю, что я буду говорить. Ну так будешь говорить, я пришел на этот кастинг, чтобы попасть на «Давай поженимся», ну, там, найти там надо серьезно, свою цыпочку. Там надо серьезный ролик снять, там такое не прокатит. Там все серьезно. Обнимитесь. Нет. В смысле, это я типа обнялась. А не предлагала тебе, видите ли. Нет, ты хотела обняться, а я сказал нет. Ребят, динамьте, иногда это чуть-чуть динамьте. Это нормально. Чуть-чуть динамить надо. Можете у Камика спросить, он подтвердит. У Камика? Да, у Камика. Камик кого-то динамит? А, или его постоянно динамит? Нет, просто задинамить иногда полезно немножко. Ты меня динамишь? Ну, чуть-чуть. В общем, чат. А что ты закрыла экран? Это был, правда, замечательный вечер. Дима, надеюсь, тебе понравился ужин. Надеюсь, мне понравится ночь. Которую ты проведешь у себя дома, в уютной твоей кровати с страх-подушками. Со страх-подушками. Страх-подушка. Да, завтра утром у тебя уже стрим. Чего, разложи диван просто и все. Да дома у себя разложи. Ветер на улице, пиздец, вон МЧС предупреждает. Да это ЛЖ-МЧС, я знаю, это ЛЖ-МЧС. Это ЛЖ-МЧС. Что-то против МЧС эти ребята. Это ЛЖ, это не настоящие. Настоящие мне сегодня писали, это 15 метров в секунду, это все выдумки. Разложи, а по-братски и все. По-братски? Может, по-сестрински тебе тут пораскладывать? Я храпеть я не буду. Я тебе сейчас пасьянс разложу, Димочка, и там знаешь, что будет написано? Дорога вам предстоит до дома дальняя. Ой-ой-ой. Угу. Гадания давайте не будем углубляться. У меня с этим дело коротко все. Коротко и ясно. Коротко? А у тебя есть карты? Коротко. Карты есть? Есть, да, есть. Карты дать. Давай, если я вытягиваю карту, которую ты загадаешь, ты скажешь, какую ты загадаешь, я ее вытягиваю, я остаюсь. Ты никогда не справишься. Запросто. Давай. Сейчас принесу. Ребята, всегда до последнего. Любой шанс. Хотя бы маленький, но шанс есть все равно, понимаете? Вот по-любому я зацепляюсь за что-то. Вы должны, как скалолаз, искать выступы и ползти. Даже если этих выступов нету. Скажи, какую карту ты загадал. Нет, это... Это тоже с собой забери. Это, возможно, пригодится. Это какая... Еда для утренника, что ли? Это чехол для карт. С таким чехлом. У тебя даже... Сколько здесь карт? 52, 36? 52? Карту загадай. И скажи, какую ты загадал. Я не смотрю. Сейчас, что загадать, скажите? Что загадать? Новый К-69, выходите из дома. Издан новый указ. Согласен. Выходить Дина. Из дома после 00 запрещено. Нарушители будут наказаны по всей строгости закона. Дина, карту! Пускай это будет
карту. Знаешь что, пускай это будет дама червей. Если я вытаскиваю даму червей, я остаюсь. Да, тут диван, вот я тебе разложу. Пацаны, это один шанс на миллион. Очень жаль, Дмитрий. Четверка. Очень жаль, Дмитрий. А задался ли он вопросом, есть ли вообще дама червей в этой колоде? Так а ее нету, кстати. Так это нечестно, Дина. Стоп, так ее нету. Уже поздно, уже поздно. Не, кстати, это. А где реально? Уже поздно. Не, Дина, так не работает это. А, нет, она есть. Ну ладно. Ничего страшного. Томас Эдисон, когда изобретал лампочку, тысячи неправильных опытов провел. Ошибочных, прежде чем она зажглась. Возможно, это я забираю с собой, но билеты сохранятся. У них нет даты окончания. И на этом экспрессике. Да, до 24-го года еще твой экспресс работает, Дима, а там уже как повезет. Чат, возможно... Там уже будет с бородой. С бородой, да. Резерватив со стимулирующими, с бородкой уже будет. Когда-то, чат, и... Ваша лампочка может загореться. Когда-то, ребята, вы и свою лампочку вставите в нужный цоколь, который будет ее зажигать. Цоколь. Цоколь на этаж. Сколько нужно, чтобы вы настрелили дались буську? А что такое буську? Что значит буську? Не знаю. Буську, это полегче, по-моему. Сколько нужно задонатить, чтобы вы нас не дали? Сердечко. Ну оставь, черт побрат. Оставь библиотеку. Там ветер, пипец. Пацаны, ребят, сердечко. Если моя свечка уже потухла, то пусть ваша свечка горит еще очень долго. Блять, сейчас вот загорелась. Что Бубл? А что? Ай! Пацаны! Все, Дима! Это я свою свечку... У тебя была вторая попытка. Все, твоя свечка уже тухнет. Я свою свечку... Ты ее зажигаешь, она тухнет. Ребята, я не хотел вашу свечку потушить. Пацаны! Твоя свечка... Стойте, я ее разожгу. Я ее разожгу, честное слово. Извините. Все. Не обожгись. Ничего страшного. У меня горячие спички. Та боль, которую я получил сегодня, не сравнится с болью от огня. Это когда прищепку на ухо прицепил? Нет. Все, мне кажется, на этой ноте можно... Сейчас подготовлю твою машину. Сейчас я подготовлю свою машину. О, все, уехал? Она ездит еще, нет? Это копилка. Да? А что? Что купила? Видишь, я не могу не копить. Давай разобьем. Да я не пью, там, нет, что, это мой фиатик, они... Поцелуй, сделали французский поцелуй. Сделали французский поцелуй, если понял, прием, братан. Не-не-не, Хероникус или Ксероникус, не-не-не, мы не продаем услуги, если что. Нет. Вы ошиблись. Но кто не продает, а кто и... Ты готов? Продать, ладно. А, давай попрощаемся с ребятами. А зачем ты какашку забираешь? В жизни и так говна хватает. Не почувствую. В общем, ребят, всем пока. Проведите. Дина, если ты хочешь Диму надеть шляпу, платье, клетку и быть милой. В 2021 году. Россия! Ра! Россия! Россия! Давай плачешь, снимай. Кастрюль выключился? Да. Иди сними сейчас. Я буду быстренько сгоняю. Дина и Дима, ага. По лунным календарям сегодня есть, закат в зеркале сердца. Если люди с именем Мии, краткая Дина, не займутся ум,
то впереди вся жизнь в отчестве печали их ожидает. Пачки три найдется? Да это тут у тебя там, я не знаю, да забей. Насколько жестоким и бессердечным нужно быть, чтобы выгнать ночью, в холодную погоду из дома человека, который дарит тебе радость и тепло? А? А? А?